Ну что, привет? Да-да-да, Bridge Union, тебе привет, стартуй. Ой, ты сказал, как одна известная женщина, но я тебя понял. Да-да-да, тебе привет. Один девушка говорит, да-да-да, я видел. Я не знал, что ты с Дальнего Востока, вопросов больше реально не имею. Ну что, давно мы не играли в FM. Какая у нас задача? Я взял клуб Эвертон, ну как мне посоветовали, что типа будет, ну... поинтереснее. Вопрос другой. Во-первых, давайте посмотрим, как со звуком, потому что я, ну, хз. Я хз, как у нас что там со звуком будет. Сейчас я сразу проверю. Потому что игру я пока не вижу. Но это может быть такое. Сейчас я проверю. Захвата нет. Ты что там с МП? 8 часов. 8 часов, как я и планировал. То есть, ну, как я и писал до этого. Скажем так. Возможно, сейчас она у нас появится, а возможно и нет. Сейчас я посмотрю. Ага, все, отлично, отлично. МП будет. Мы либо будем продолжать старую, но там за того, за кого ты играл, там уже, знаешь, там такая... Там, короче, сразу в войну пойдешь против самого жесткого босса, скажем так. С каким модом, да я не знаю, мы решим. Я думаю, заранее соберемся в любом случае. Решим, либо мы заново начнем, либо мы продолжим новую. Мне, в принципе, не принципиально, как вы сами хотите. Мое дело собрать и поиграть, вот. И застримить, вот. Такие вот дела. Со звуком не знаю как. Если что, пишите. Печаль, да ладно, чё печаль. Ты выживешь, там, в принципе, имба страна у тебя. Вот, меня, кстати, капнули они. Вот, начинаем. У нас я приветствую в команде Эвертон, чтобы было проще освоить. Подготовилась небольшой обзор. Хорошо, репутация моего клуба впечатляющая. Прогноз примерно 9 место в середине таблицы. История клуба. Английским чемпионом он был 9 раз. Ну да, я предлагаю новую ванили в New Ace. Ну, блин, если он у всех будет работать. Вот в чем прикол. Он ведь, видишь, проблема то, что не везде работал. Не у всех. Вот. Что еще у нас есть? Да ладно, Кубок... Это Лига Европы он выиграл или Лигу Чемпионов? Вопрос интересный. Английский кубок, чемпионшип и чего-то еще. Короче, в Англии у них там много кубков. Тут, короче, есть на чем поиграть. Разобраться. Так, это тренерский США подготовил краткий отчет о составе команды. Я, если честно, я за Эвертоном не знаю. За команду, может быть, вот, да, ладно, вратарь Пикфорд, что-то знакомое. Колиман, Гами Гомес, Сигурдс. Да нет, кстати, нормальные, знакомые люди-то. Посмотрим, как по факту будет. Так, играть в зрелищный футбол, это мы обеспечим. Уж я-то знаю. Дженни Фурыч, это серьезно? А, знаешь, в чем прикол? Я просто сейчас... Я знаю, что они фурычат. Секундочку. У меня там просто стоит оплата трека, чтобы, знаешь, вначале не закинули ничего. Сейчас он должен будет работать. То есть, в принципе, должен закидывать. Сейчас все будет норм. Так, задача. На 5 лет. Построить новый стадион. Работка в бюджетной заработной плате. Верхней половины. Выйти 5-й кубок. Карабао. Кап. Это что вообще? Не знаю. И, короче, какие у вас самые большие планы-то? Сохранение места в верхней половине. Короче, играть в верхней половине. Ну, короче, от нас много, в принципе, не ждут. Да я, в принципе, тоже. Так, отчет тренерского штата возьму. Конференцию СМИ давай-ка тоже сразу возьмем. Эх ты, нет, нет, это просто чтобы этот. Так, короче, наш сейв за нижний можно, короче, перезаписывать. Нет смысла, короче, его больше. Потому что там, в принципе, карьера испорчена. Это просто специально было сделано, чтобы не закидывали просто треки раньше времени. Я нашел, как эту тему заюзать, скажем так. Так, ну что же, тут как раз мне пишут, что заняли место, так. Ну, я тебя понял. Так, по поводу, так, по способностям. У кого нормальные способности, надо будет подписывать контракт, разберемся. С тактикой я буду, наверное, опять играть, как я делал в 3 нападающих. Так, встреча, стратегия, мне все устраивает. Правила выбора состава, так, как у вас регистрация? 15, минимум 25 максимально. Игроки тренировавшиеся в Англии в течение... О, где, да, здесь не как в России, здесь по-другому. Так, трансферное окно открыто. Ознакомительная операция, все понятно. По финансам, давай посмотрим. На трансферы 12 миллионов, зарплата 2 миллиона. Нормально, ага, у меня хоть кто-то понимает. Да-да-да. Так, у меня убытки по клубу, но это мы разберемся. Как, я, кстати, на этом экране играл или нет? Я не помню, если честно. Дайте свою тактику, собственно, сделаю. Все, я сам разберусь. Так, они... В смысле в 3 защитника? С ума сошел, что ли? Ну ты даешь, конечно, да. Центральный защитник... Нет, нет, нет. Оборона, оборона.
А у тебя какая стоит? Подстраховка. Вот давай ты тоже, потому что подстраховки у нас, пожалуй. Вот. Здесь вот так вот я вас поставлю. Как я вас ставил? Примерно вот... Нифига ты как далеко. Я вас ставил, по-моему, вот так в прошлый раз. И в прошлый раз вроде тащили. А, убытки некошерно. Ну ладно, разберемся, нормально будет. Все будет хорошо. Так, кто у меня ассистент? Сразу давай посмотрим. Дэвид Анчелотти? Это кто, брат Анчелотти? Серьезно? Так, Кальвит Левин, Бернард Сигурдсен. Сигурдсен, это который играл в России? Или я ошибаюсь? Нет, я ошибаюсь. Похоже просто. Вот примерно так. Потом, может быть, будем подписывать российских игроков чисто по приколу. Ну, посмотрим. Со звуком, кстати, нормально, раз ты меня смотришь. Потому что, да, вопрос остается, да, открытым. На, по составу давай сразу посмотрим. Мне интересует... Нет. Номера, это все понятно, это все понятно. Так, отчет о команде. Нет. Господи, вот. Что у меня по составу вообще? И какие возраст игроков меня в первую очередь интересует? Так, есть 36... Стекленбург, это тот самый из Голландии. 36 лет, он у меня, оказывается, здесь находится. Ну, я понял, кто это. 1,3 миллиона. Фига у меня. Блин, после того, как я играл в российской лиге, здесь такие цены на игроков. Ричардсон. 41 миллион. Вот это игроки, вот это состав. А что у меня было до этого? Вообще кошмар. Так, англичан много, есть боснийцы, бразильцы, голландцы, датчане, Конго, Испания. Вообще, по идее, может какого-нибудь российского игрока подписать, но это надо посмотреть по отчету, какая у меня слабая позиция и что-то такое. По глубине состава, где у меня проблемы есть? В отчете посмотрим. Так, недостатки. Игроки клуба вне основного состава не отличаются особым качеством. Понимаю. Владимир Путин, тебе тоже привет. Так, трансфер бюджет стал всего лишь 20 миллионов, что сильно сокращает возможность маневра в будущем. Согласен, согласен. В целом не хватает мастерства в таком навыке, как видение поля. Игра руками, проблемы места. В смысле? Так вратарь, он должен руками играть. В смысле? У меня слабые вратари, что ли? Плохо, плохо. Я опоздал, я видео делал, да? Серьезно? Хотел тебя, кстати, там спросить по поводу... Ну, я напишу тебе в личку, если не забуду. Так, вратарям от состава не хватает реакции. Вратари склонны отбивать мяч. У меня, короче, проблемы с вратарем. Хорошо, давай посмотрим изначально. По позиции, у меня кто вратари вообще? У меня Стекленбург, Джонас Лосл, датчанин, которому 30 лет. У меня старые вратари, мне надо молодого какого-нибудь подписать. Может, даже по приколу российского. И Джордан Пикфорд. Он, по-моему, в сборке-то играл. Да, он играл в сборной 94-го года, как я. Фига. 31 миллион. Блин, и что, он реально такой слабый вратарь? Я предлагаю, нам вратаря надо будет смотреть. Можно взять российского. Можно. Можно подумать. Давай сразу посмотрим. Вообще, какие-то расценки. Да, как-то будем таким образом. Купи Алисона, а это кто? А кто это? Так, за сборной России. Давай посмотрим. Ведущие игроки. Головин, Варвин Фернандес, Цон Дзюба, Олег Шатов, Миранчук, Федор Смолов. Федор Смолов играет в Вигу. А, это Испания, господи. Найди игрока 2005 года, который родился 24 июня. Да? То есть он прям топовый будет, да? А, давай-ка посмотрим. Мне бы еще понять, как он, как у нас пишется. Такой не найден. Алисон. А, я 3L набрал. Понятно. Дэвид Алисон, правый, свободный полузащитник, 2005 года, это 99-го, это не тот. Это не тот. Здесь, короче, если будем создавать опять своих подписчиков, там нам надо будет опять полностью все заново делать. Это будет очень сложно. Ризи Алисани есть. Он вообще какая позиция? 2005 года. Охренеть. Дэвид Алисон, сам Алисон. Галин, да господи, тут хрен найдешь его. Он бразилец? Может быть, он по-другому как-то написан. Скорее всего, он как-то по-другому идет. Алисон, вратарь Ливерпуля. 26 лет, не тот, точно не тот. Я буду долго так искать, мне надо прям имя и фамилию, чтобы было. А, хотя бразилец, господи. Алисон, Алисон, Далисон, Алису,
Алесси, Алис Парк, это не то. Так тяжело будет найти. Он в Роме сейчас, АПЛ. Так подожди, там же не брать. А, это он был, серьезно? 26 лет. 92 года. Ну и что у него по... Да, в Роме, в Роме, в Роме. Трансфер, давай посмотрим. У него цена 70, я его никак не подпишу. Ты что? У меня 12 миллионов на трансфер, это нереально. Вообще никак. Предложение контракта, конечно. 71 миллион. Где я возьму? Где я возьму? Не выставлен на аренду, не выставлен на трансфер. Отбой, походу. Походу, отбой. Давай все-таки попробуем вариант с российским вратарем что-нибудь посмотреть. Блин, надо мне, кстати, поменять треки, потому что у меня уже бутырка что-то как-то такое. Поднадоело, честно говоря. Кто там из российских игроков более-менее считается? Посмотри, Влашич. Влашич? Влашич, Влашич. Это который в ЦСКА, да, у нас? Сейчас он одна... ПК Оренбург. Так, так. Он одна идти. Вот он, ЦСКА. Давай посмотрим, игроки, основной состав. Он тоже дорого, скорее всего, стоит. У него, скорее всего, цена тоже нормальная такая. 12 лямов как раз-таки. А, понимаю. Позиции, в принципе, есть ему где играть. Если сделать предложение по контракту, 12 миллионов. Ну, допустим, я сделаю правку. Предположим. Ага, я могу уменьшить, но не увеличить. Не выставлен для аренды, не выставлен для трансфер. 12 миллионов. Ну, давай поменьше. Начнем с 11. Нет, нет, давай-ка сразу порешим. 68. Ясно. Вопросов не имею. Вопросов не имею. Это, от, походу, отбой сразу же по этой теме. Если по игрокам посмотреть, я бы вот кого-нибудь из вратарей бы посмотрел. Но Зенит точно нет. Урал. Нет. В Спартаке. Я бы Максименко мог посмотреть. Давай-ка на него отправим агента. Так, добавить список. А как, подожди-ка. Отчет, получить отчет скаута. И погнали. У меня, в принципе, сейчас сразу начнется сезон. Кстати, я не вижу этого. Вратарь Сафонов, Максименко. Ну вот я Максименко смотрю. Я, кстати, не посмотрел его трансферную цену, но, наверное, я должен уложиться, по идее. Так, мои воспитанники, разберемся. Это не страшно, я думаю, будет. Сафонов тоже как вариант, согласен. Кстати, со звуком нормально, потому что, мне кажется, немножко громковато. Кодекс поведения самоволка сразу 2 недели завершает зарплату. Я за дисциплину. Подтвердить. По-жесткому будем. Надеюсь, я в этот раз поставил, что я, у меня тренерская лицензия С есть. Кстати, надо попроситься на тренерский курс сразу на Б. Ну, чтобы я, типа, уже играл в менеджер, типа, поэтому у меня, может быть, какой-то опыт есть. Да, повысить квалификацию. Да, они согласны, да, все, без проблем. Вот, вот это понимание, да. Вот это я понимаю. Рекомендация по развитию игроков может стать сильнее, то есть разберемся. Может, еще из молодежки взять. Можно, посмотрим. Мы сейчас по нему посмотрим. Так, представить себя команде. Скажем, уверенно. Здравствуйте, это я. Все довольны. От лица команды хотел поприветствовать вас, выразить надежду в плодотворном сотрудничестве. В верхней половине таблицы не будем завышать свои, как бы, ну, требуют все вот это, все. Потому что, блин, я не знаю, как в Англии играть будет. Так, все, все, я представился команде, все, все. До свидания, увидимся на поле. Я брал так, можно так? Так, по поводу тренировок, давай сразу посмотрим. Подожди. А, не туда, не туда. Тренеры. Автоматически расставьте меня, пожалуйста. То есть я занимаюсь игру руками, я тренирую вратарей. И все. Чисто вратарей. Замечательно. Хорошо, хорошо. Я вас понял. Я вас понял. По персоналу. У меня, кстати, в тренерском штабе нехватка. А, нужен какой-то... И... Да, мне надо количество тренеров. И объявить вакансию тренер. Мне нужен тренер вратарей, потому что у меня проблема с вратарями. И у меня проблема... Обычно... А, тренер по физподготовке. А что у меня с физподготовкой-то? Да она, в принципе, нормальная. Обычный тренер, все. Я когда брал его, он стоил 140к, в смысле. А, взял с молодежки, у меня 234 года отыграл, его Сити продал за 30 лямов. Да? Из молодежки, в смысле, в Эвертоне или просто из в российской лиги какой-то? Немножко не понял. Так, у меня следующий матч с кем вообще? Алавес? А почему Алавес? Ай, товарищеский, походу.
расписание, да, посмотрим. Да, два товарищеских матча, Алуис Фенербахче, и потом уже начинается Норвич, Брайтон, Челси. И да, начинается веселуха. Ну, будем играть в атаку прям. Я играл за Волков в ВПЛ. ВПЛ. За Вулверхэмптон, понимаю. Так, так, ассистент, проведи. Так, 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 так. Шансы на золото. Принимаются ставки 41, считаю, 41, что мы имеем шанс включиться только с серии хороших результатов. Также налицо факт того, что они торопятся нас включать основных фаворитов. Оценить шансы на вылет 26, явно считаю, что мы относимся к команде, которой не стоит беспокоиться по поводу вылета. Но, блин, я бы не был таким прям уверенным. Давай-ка сходим на пресс-конференцию, я, честно, надо как-то отметиться. Я здесь не особо не парюсь обычно никогда. После матча, может быть, что-нибудь мы поговорим. Так, рекомендация по тренерскому штабу. Дэвид Анчелотти. Мне вот кажется, что это вот он. Так, с этим мы разобрались. Давай-ка вот, чтобы они квалификацию подняли, отправим всех. Да, они согласны, с этим проблем нету. Вакансия скаутов, вакансия тренеров. Это нам не надо. Улучшение тренерского штаба. Не надо. С медицинской командой я не посмотрел, но разберемся. Вот, троих отправим, пусть учатся. Я вроде поиграл в конце лицу. А, ну я по рофлу играл, взял кубок и Лигу Европы, но отстал от Ливера на 5 очков. Ты можешь еще посмотреть на весу... Весу Фати? А как он пишется? Так, это нам неинтересно. Че насчет Максименко-то? Че вы молчите-то? Мне интересно. А его вообще можно будет ли подписать? Максименко, да? Что у вас по трансферу? 1 миллион. Не выставлен. Давай сразу подпишем. А, подожди, есть вообще информация о нем? В данный момент играет на уровне чемпионшипа, располагает необходимый потенциал, чтобы стать игроком уровня премьер-лиги. Будет хорошим приобретением на замену игрок топ. Ансу Фати вроде из Барсы. Сейчас посмотрим. Короче, ему можно, в принципе, предложить контракт, если только Спартак не заломит цену. Я сразу готов выложить 2 ляма. Почему 22? Хорош. Да не, нереальная цена, чувак. 7, 7, 17. Нет. Не 7, 8. 16. Ну, короче, походу мы с вами договоримся, да? Да эти они цены ломят, ты прикинь. Последнее предложение 9. 15. Нет. У меня нет таких денег. Нету, вот. Ладно, 11. 13. Блин, мы так и до 12, походу, сторгуемся. Возьми в аренду. Ну, можно попробовать. Но мне кажется, они не отдадут, потому что... Давай-ка по аренде посмотрим. Если брать в аренду с ежемесячными выплатами... Блин, ну... Сколько, вот сколько надо платить? 30-ку? Мне надо, знаешь, что тогда сделать? Нет, аренда не может быть расторгнута. А, отозван он не может быть. А еще есть право выкупа. Есть такая функция? Будущая выплата по достижению турнира будет так, обязательно, не обязательно... Нет, подожди-ка, условия аренды. Мне надо подписать, чтобы я его мог выкупить в дальнейшем. Ничего такого нету. По зарплате я... Подожди-ка, должны и я Регена из Валенсии брал? Не бери выкупом, почему? Ну давай посмотрим того чувака сразу же. Ансу Фати. Вижу, вижу, вот он, вот он, вот он. Он в Барсе, да. 16 лет? Тут сразу, походу, предлагать надо. 4 ляма? Да в смысле 140? У него отступные, что ли, подписаны? У него, походу, отступные бешеные. Я его хрен подпишу. На аренду он тоже не согласен. Нет, вообще нельзя. Не-не-не-не-не, подожди, подожди. Нет, это слишком бешено. Должны бы закидать бонусами. Ну, блин. Давай последний раз попробуем еще раз. У него был большой шанс заиграть в нормальном топ-клубе. Но, походу, мы не договоримся. А, я уже сделал предложение по аренде. Давай посмотрим. Так, у нас уже матч начинается с Алвесом. Ну, хорошо. Так. Это мы все выбираем, это меня все устраивает. Тебе школьник обманул на деньги, в смысле? Ты про что? Немножко тебя не понял, ну да ладно.
Так, настрой. Атакующий. С мечом, разберемся по факту уже. Давай смотреть. Я не знаю, сколько у меня замен сейчас будет на товарищеский, но я думаю, замен 7, наверное. Мне хотя бы просто посмотреть, как все это будет выглядеть. Так, в раздевалке пока я ничего не буду говорить. Погнали, давай смотреть. О, здесь надо этот... скорость повысить, походу, да? Так, скорость просмотра опасных моментов. Да, давай-ка, давай-ка побыстрее. Повтор событий нам не нужен. Это все нам не нужно. Оставляем тогда вот так и погнали. А, тебя школьник... А, Прансу Фати, согласен. 140 лямов запросил, ты прикинь? Сумасшедший. Надо посмотреть вообще, что там, кто играет, кто забивает. Я про Эвертон, на самом деле, знаю только то, что он из Ливерпуля, и все. Я только сегодня узнал, что он был чемпионом Англии, и не один раз. Даже какие-то еврокубки выигрывал. Но это, видимо, было очень давно. Там в 50 каком-то или в 70-м, я уже что-то забыл, честно говоря. Что у нас по статистике-то вообще? Ну, мы бьем по воротам, правда, мало. Так, по инструкции. Давай-ка, что мы сделаем? Кто у меня там нормально? На левом фланге был чувак. Так, контратаковать. Контрпрессинг. Давай попробуем так поиграть. Мне кажется, они у меня охренеют просто. Потом со временем от такой беготни. У меня почему-то такое ощущение. Так, ну это другие давай матчи. Мне это не интересует. Погнали. Go to peak, устроим по стенд... А что это? Стендов это вообще где находится эта игра? Я не могу понять. Серьезно, я до сих пор так и не разобрался. Это ВКонтакте какая-то игра? Турик? Надо смотреть, надо, чтобы было время. У меня все везде упирается во время. 0-0, замечательно. Общение с командой, страстно, что... Ну, давайте как-нибудь это, да. Начнем играть немножко, нет? На телефонах? Да ладно, это на телефонах игра? Ну, на телефонах-то надо скачать будет просто, и все, и не париться. Во-во-во, полегче. Что-то они вообще не забивают. Мне надо будет, походу, замену делать. В плеймаркете? Серьезно? Ну, значит, я скачаю его, посмотрю. Мне сначала надо посмотреть. О, какой он вынес. Так, вот этот чувак у меня непренебрежительный, знаете ли. Мой скей. Джибриэль. Блин, это не то, про кого я подумал. Это уж тот след, я уж слишком старый, вспоминаю таких игроков. Я даже успел задонатить. Зачем? Я вот пока не буду, пока нет. Мне сначала надо скачать, понять, вообще стоит ли это. Да и я не буду донатить даже, наверное. Зачем? Я лучше DLC-шку какую-нибудь куплю там на Европку, а то у меня там... Хотя может... Ну, ладно. Там есть куда... Есть чего купить. Ну, короче, надо в любом случае смотреть, разбираться, потом уже, да, посмотрим, как что. Учти, там могут быть про мать шутить, но это на уровне засада. Да слушай, меня не задевают эти шутки. Как бы, да. Я уже вот за год вот этим, чем я занимаюсь, я уже столько всего услышал, что мне, знаешь, вообще... Тем более, когда ты служил в армии, там такой херни наслушаешься, что типа, блин, ну... Меня может подгореть, но это, знаешь, это счет своего состояния, если вдруг какие-то свои загоны есть. А так меня, в принципе, не берет. Я проще сейчас этим всем делаю, то есть... Нужно воспринимать, что большая разница в возрасте, ну, типа, будет, допустим, между мной и другим человеком, это очевидно. И что это, ну... Норм. У меня друг потратил на скины больше 2000 рублей. Какой кошмар. А почему 0-0? Чувак, вы точно играете в атакующий? Мне вообще это не нравится, если честно. Давай прессинговать больше. И может погрессивнее даже. Мне просто сам факт, что мы забили, что мы начали побеждать хотя бы в товарищеском матче. Хотя мне один раз так испортили всю статистику. Они в товарищеских матчах... Они в товарищеских матчах тащили, а потом слили в чемпионате. И так у меня карьера запоролась.
Все, 1-0. Ну ладно, кое-как. Но я не знаю, Алавес вообще сильный клуб считается? Нет, я просто за испанским чемпионатом тоже не слежу. Я, который потратил 119 рублей. Ну да, я слышал эту историю. Да, блин, 30 ударов. Что-то у меня проблем, походу, не с вратарем, нифига, а с нападением. Что? Я сначала думал, что это... по звуку это начался гимн Украины. Блин, я что-то офигел. Так, залог победы, понимаю. Так, лучший бомбардир английской премьер-лиги. Абамиянг, Салах, Агуэре, Харри Кейн, Садио Мане, Джейми Варди. Сколько Варди лет сейчас? Понял. Ну, я и думал, что он где-то за 30-ку. Ясно. Нужен Сани Мазут и его тренерские навыки. А мы создадим потом. Надо просто немножко сейчас разобраться, а потом уже будем, если что, угорать. Так, походу Максименко сказал, идите нахрен. Ну вот предложение. Давай-ка немножко еще что-нибудь добавим. Процент зарплаты при заигранности будем платить хоть всю зарплату. При незаигранности тоже всю зарплату. Может быть, он согласится? Погнали. Что с тренировкой? В чем проблема? Не знаю, ничего, все нормально. Купи Салаха. Да ты представляешь, как он стоит? Блин, я вот так не найду, потому что я не помню, как он пишется. А, да, нашел. Просто посмотри на трансферную цену. Я просто сейчас... Я еще помню те времена, когда футбол, там трансферная цена 30-40 лямов, было это много. Здесь 100 миллионов, 300. Ну, то есть это норма. За сколько там Неймара купили? За 300? За 400? Я не помню. Мне тогда просто... Глаза на лоб полезли от всей этой ситуации. Я просто уже реально отстал. Ну, такие деньги. Но если здесь, конечно, играть тоже в рублях, тоже офигеешь. Так, жеребьевка группового турнира. Северная зона. А, это молодежь, все понятно. Так. Арендное предложение отвергнуто. Почему? Если будет интереснее предложение, они готовы. Так, по поводу игрового времени будет основным вратарем. Позиции. Я слышу вратарь. А, если не играет, я за него тоже буду платить. 30 тысяч. Давайте так попробуем. Либо я буду искать какого-нибудь другого молодого вратаря. Инструктаж не пойду. А, можно купить Зюбу, да, больше 140 лямов. Вот. Стекленбург, что? А, реабилитация после травмы? Ну ладно. Кстати, это 100 амкаров. Амкаров, клуб-то какой? Ты что, такого даже не существует уже. Отклонил предложение. В данный момент не отдаст этого игрока в аренду. Однако не мог согласиться пересмотреть. Слушай, есть знаешь какой игрок? Я забыл, как его зовут. Он в Сионе играет. Играл. Я забыл, как его. Я его не помню. Может, он в молодежке светится? Подожди-ка, может, он в молодежке есть? Так, молодежка. Максименко. Сафонов. Сафонов тоже на 1,8. Шапи Сулейманов. Сколько за него? 1,8. Ну, они за него тоже вломят много. Чалов. Обликов. Да кто тут из молодых вообще может подписать? Дивеев. Ну, давай Сафонов посмотрим, предложение просто. 45, понятно. Слишком много ломит. Дзюбу? Ну, блин. Дзюба. Мне интересно, сколько за него предложат. У меня просто, прикинь, один нападающий. Если только я буду... Ну, сейчас посмотрим, сколько у него цена. У него цена уже 12 лямов. Даже у Смолова 7. За 12 лямов отдадите? За 14? Нет. Купи Пепе Рейну или Клаудио Браво. Так это старые вратари же, нет? Они же прям старые. Нет. За Дзюбу больше 12 я отдал. 12,5. Нет, 12,5. Вот что хотите. Можно этот, предложить вам... Так. Продолжить там... Да ну его нафиг. 15 лямов. Нет. Он не стоит таких денег. Миранчук, сколько цена? Кто вообще самый дорогой сборный? Головин? Ну, это стоило ожидать. Черышев, 15 лямов.
Я не потяну такие, я не потяну. Из вратарей Крицук, но он тоже старый. Андрей Лунев тоже. Нет, нет, нет. Молодежка, давай посмотрим еще раз. Александр Мелихов, Ахмат, даже не знаю такого. Смогу дать тоже привет. Или Харт, Харт? Подожди-ка, он в каком клубе вообще числится? Ладно. Еще есть юниоры. Виталий Боднер, это из Торпедо. Ленинградец, Спартак, Москва. Я из, вот из этих точно не знаю вообще никого. 12 за выгуливание червяка. Вот именно, вот именно. Мне либо надо кого-то продать, тогда я пошел, футбол вообще не заходит, понимаю. Но мультиплеер на часов 8, если что. Ладно, давай пока закончим. У нас все равно, в принципе, с этим у нас не разберется. Кстати, можно украинских. Украинских вратарей посмотреть, почему бы нет. Давай посмотрим вообще. Или белорусских. Украин Куб. Шахтер. Сборная команда, основной состав. Что по вратарям? Андрей Лунин, Овьеда, Шахтер, Динамо. Пятов сколько? 35 лет? Господи, как много. Как быстро летит время. По поводу этих вообще не знаю, молодежки. Не, в Украине что-то все плохо. Это неинтересно. Давай Беларусь еще глянем сразу же. Кто вообще топовый игрок в Беларуси? Ренан Брессан. Так, есть вратарей один только топовый, которому 30 лет, играет в Оренбурге. Купи-ка на плянку. Можно, кстати, посмотреть. О, у них есть, кстати, Александр Глеб. 38 лет. Свободный агент. Где он заканчивал? Ислыч, понятно. А какая карьера-то была, а? Штутгарт, Арсенал, Барселона, Вольфсбург, Крылья Советов, Батэ. Крылья Советов, да, помню это. Кенни Коноплянка, Шахтер? А, он из Шальки перешел. Да, видимо, я реально отстал. 30 тысяч, это у нас так. По поводу трансфера, сколько за него? 20 лямов, понятно, не подходит нам такой. А, вспомнил, как его зовут. Его Митрюшкин, что фамилия у него была. Вот он в Сионе. Он вообще из Спартака, воспитанник. Но он не... Да, он играл в Спартаке в свое время, потом играл в Сионе. Сион это Швейцария. Глеб вроде в Арсенале играл? Да, он играл. Потом в Барсу перешел. После того, как они... Барс их обыграл в финале Лиги Чемпионов. Но он там, короче, не заиграл, как многие тогда, и все. В команде Сион, это вратарь. Давай-ка посмотрю вообще отчет какой-то есть о нем. Давай-ка отправим скаута. Посмотрим вообще, что про него скажут. Так, следующий матч, да? Так. В одного нападающего пока играем. Что-то мне не нравится уже эта тактика. А тебя надо немножко, чтобы ты у нас подсел. Давай-ка вот так вот. Погнали. С кем играем? С Фенербахче? Ну, будет весело. Караваев как вариант. Караваев, да, у нас тоже там проблемы с защитой тоже писали. Можно посмотреть. Здравствуйте, товарищи. Добрый день. Тебе тоже привет. Ой, что будет в ВПЛ? Я чувствую, мы там будем проигрывать. Фенербахче всяко сильнее, мне кажется, чем Камличенко. А, Камличенко, кстати. Он в Динамо, да, сейчас? Как вариант, кстати. Причем я даже сказал, неплохой. Начинается. Вот и все, вот и пропущенный гол. Или он здесь еще в Чехии играет. Тоже интересный вариант, кстати. Что по статистике? Они бьют, кстати, больше. Так, инструкция по команде, все понятно. Во, тащи. Блин, у меня такое ощущение, что у меня нападающим это не хватает немножко. Ну, то есть, один нападающий не вывозит. То есть, нужен прям реальный форвард. Как будто там сказал, нам нужен Дзюба, чтобы он тащил, но нет. Так, такой еще подащитель в атаку. Давай-ка тебя немножко выдвину. Посмотрим. А, в Чехии, да?
Но он же в Краснодар. Ой, в Краснодар, в Динамо перешел. Здесь, наверное, в Чехии еще числится. Ты просто хочется, да, здравствуйте. Сори, что опоздал, у меня были дела, я собираю сложную мозаику для бабушки 8 марта. Теперь в какой команде? Мы начали новую карьеру. Мы играем в команде Эвертон, британская лига. Еще можно Рандона купить. Из Китая-то? Тут в Китае можно посмотреть, каких-нибудь подписать старперов, по идее. Ну, блин, о, я забил, оказывается. Но с бюджетом 12 миллионов, такое себе. Халк как вариант. Но я думаю, мне кажется, в наш бюджет не влезет. В этом вся проблема. В этом вся проблема. Посмотрим, посмотрим. Сейчас в китайскую лигу как-нибудь залезем. Я помню старые версии FIFA, там 10-е, 12-е. Халк там вообще с двери был. Он прям вообще бешеный был, тип. Вот. Сейчас не знаю. Сейчас не знаю, что про него скажут. Что-то как-то не очень. Да, Никит, кстати, тебе привет. Микола, тебе тоже привет. Ты не расстроился из-за выборов-то? Ричарлисон забил. Ну, хотя, кстати, по воротам стали бить. Меня это уже устраивает. Давай я вам сейчас скажу агрессивно, что давайте играйте лучше, потому что, ну... Иначе я куплю какого-нибудь вратаря. Можно еще свободных купить. Можно, можно, как вариант. Нам главное верхней половине таблицы держаться. Да как так-то? Тео Уолкотт? Да ладно, это он? Подожди-ка, это он? Да, это он. Вот ты где играешь теперь. Вот это знакомый тип. Тоже был такой. Он вроде скоростной считался. Там вроде Бен Арфа или Александрини должен быть. Бен Арфа, но он вроде тоже старый, да? Ну такой пожилой уже дед, я бы сказал. Ему там за тридцатник стопудово. Зачем Бен Арфа, когда есть Александр Глеб? Уж он-то знает толк в английской лиге. Он играл в Арсенале. Надо замену делать, походу, опять. У меня очень много народу сдохло. Так, нападающего поменять. Давай-ка теперь не Яссе выйдет. Так, ты тоже на замену. Ты тоже... А, ты с гол забил? Ничего не знаю. Забил, все, молодец. А музыку можно положить? Да, там открыто все. Если тебя не забанили, конечно, в прошлый раз. Не-не, там вроде баны поснимал. С некоторых. Так что можно. Погребника... Ну, погребника-то я точно куплю. А он, кстати, помню, когда он перешел, он в Англии в Фулхаме, он прям там так забивал, тащился, говорили, нифига себе, типа, игрок. Он единственный тогда из российских, кто ушел в Германию, в принципе, играл, ну, так, средне. Но он дольше всех, короче, за границей проиграл, насколько я помню. Посмотрим, надо посмотреть. Мне надо список опять держать листочек и записывать все фамилии. Это вот такая игра, вот, в принципе, посидеть, позаписывать, что-то посмотреть. Эрик Бигфалви еще как вариант. Из Урала который? Надо посмотреть. Погребняк же, по-моему, тоже в Урале числится. Но могу ошибаться. У меня... Где? У меня ссылки нет? Ссылка? Ну, я сейчас тебе скину. Я скину в главный чат и закреплю. Да-да-да. Вот по этой ссылке, если что. Так, по заменам что? Я, в принципе... О, в смысле, ты тебя до сих пор не поменяли? Серьезно? Я уж полсостава поменял. Ну, практически всех. Вот теперь всех. Зато здесь нет проблем с составом, но это пока нет травм, судя по всему. Когда начнутся травмы, у меня будет веселуха. Это я еще не заглядывал в молодежку. Вообще мы проиграли из-за того, что нас Саня Мазут не забивал. Поэтому у нас та карьера просыпалась. Еще можно посмотреть Загоева или Ахметова. Ахметова я бы посмотрел, учитывая, знает Загоева, какой он хрустальный. Не знаю, как он здесь в игре. Я бы вообще еще Черышева посмотрел, но я тоже деньги не укладываюсь. В этом вся фигня. Вот этот хорошо вышел на замену, чувак. А, 2-2. Блин, я думал 2-1. Ну ладно, это товарищеский матч, сойдет, сойдет. По ударам, ну нормально, по ударам бьют, ассистент, поговори. Все, на следующий матч уже походу с Норвичем, да. Ричардсон травмирован, понимаю. Так, давай посмотрим Урал по составу.
Улал, да. Урал. Сейчас он загрузится. Что-то страшное, да? Судя по треку. Червь, он не имбовый. Но, не знаю. О, я знаю, что он с нижнего. Вот. В свое время тут такой был ажиотаж. Чувак с нижнего перешел в Реал. Оказывается, что так он. Такой себе в Реал он перешел. Так. Давай посмотрим. Эрик Бигфалви. Румын 31 год. Отчет. Давай отчет скаута сделаем. Погребняк. Сколько тебе лет? 35? 35, я точно не угадал. Давай тоже отчет от скаута. По их командам посмотрим. Ведущие клубы. Зенит, Краснодар, ЦСКА. Саня Мазута где-то сейчас такой. Давай, ЦСКА! Он же родился в Испании. Нет, он родился в Нижнем, но потом уехал в Испанию. Ну, короче, какой-то так, типа, у него же этот батя-то в Испании играл. Тренером был. Он в Севилью же тренировал, его выгнали потом. Вот. Так, Ахметов, Ахметов. Сколько тебя за тебя просят? 2 ляма. Ну, в принципе, в чем у тебя по позициям-то? Ты можешь, в принципе, поиграть. Давай еще тоже отчет от скаута сделаем. Кого мы еще смотрели? Дзагоев? Дзагоев. Уже травма. Сколько? 3-4 месяца. Кресты. Я не буду человек с крестами подписывать. Я хоть далек от футбола, но я понимаю, что кресты это все. Это как он этот. Люди после этого не восстанавливаются практически. Кто еще у нас есть? Кого мы смотрели? Кого мы хотели? Второго вратаря Локомотива? А кто там второй вратарь? Я даже не знаю. Коченков? Слушай, а он... Он 32 года, ты чё? Он в Нижнем играл, я и думаю. Он играл в Нижнем, который еще старый Нижний был. Не тот, который сейчас. Но он же жил в достатке, я бы вышел... А если бы он вышел с деревни, то я бы гордился. Ну да, согласен. Он вообще из Киргизии начинал. Локомотив, потом играл в аренде в Нижнем, который вот тот старый был. Или нет. В Волге он играл, да, в Нижегородской. Но помотал его жизнь, согласен. Согласен, что-то как-то да. Так, давай Халк посмотрим. И Рандона сначала. Соломон Рандон. Ему тоже, по-моему, много лет. Хотя нет, 29. Ну что-то, кстати, он плохо вообще в Китае играл. Он только перешел, кстати. А, ты публики шаришь? Не ожидал, тут на равных поговорим. А, мне говорит, дайте привет. Ну, слушай, я такой себе футбол, я чисто по фану. Я много еще на самом деле не знаю. Короче, когда Хойка, после 8 часов где-то примерно, посмотри на Узбека из Уфы. А, Шумуродову можно посмотреть, кстати. А кого еще хотел посмотреть? Халка я хотел посмотреть сначала. Сколько ему лет? Ну, лет 36, наверное, 37. Ну, кстати, в Китае... О, 33. Что У это? меня зазвонил телефон. Я не ошибся. Это был он. Что это? Ну, давай посмотрим. Так, ну, кстати, он вроде бы менее забивает. Трансферный статус, да, посмотрим. Сколько его цена вообще? 20 лямов. Охренеть, для 33 лет. Нормально. Узбек из Уфы, давай посмотрим. ПК Уфа, давай посмотрим. Вот он, Астон Орунов. Там, кстати, по-моему, не один. А, нет, он один, 18 лет, защитник правый. Ты про него имеешь в виду? Локомотив Ташкент, Пахтакор. Ну давай-ка тоже отправим скаута туда. Потом надо будет посмотреть. Не ту песню прислал, я тоже так понимаю. Да, Стон, давай посмотрим. Ну я сейчас отправляю скаутов, потом посмотрим. Список где-то должен быть, наверное. А, 20-летний атакующий полузащитник. Где отчет посмотреть? Играет на хорошем уровне премьер-лиги, будет хорошим приобретением. С него 50 миллионов. А как вы предлагаете, чтобы я его подписал? Кокорина? Сейчас посмотрим. А следующего можно другого посмотреть? Каких-то странных людей он смотрит, честно. Есть люди без клуба?
Арсенал. Мамаев. Кстати, Мамаев в свое время мог уехать в Манчестер, то что-то смотрели, я насколько помню. Селекция. Где список, куда я отправлял этих скаутов? До сих пор... А, вот список, подожди-ка. Или он до сих пор его не изучил? Так, игроки и изучается. Где все... Вот, Павел Погребняк есть. Он еще на изучении до сих пор, что ли? Мы можем найти более нормальный вариант. Про Биг Фалви сказали, что тоже не вариант. А Стоун будет хорошим приобретением. Так его подпишем, кстати. 110 тысяч. 2 миллиона. Нет. Один. А Узбекистан, как является, находится слишком низко в мировом рейтинге, чтобы игрок мог придать на рабочую визу. А судом не набрал достаточное количество баллов для успешной апелляции. Повышение гарантированной службы 21 было достаточно, что там... Начинается. А еще не факт, что мы его подпишем, короче. Я... Ну ладно, давай, зададим один. Предположим. Так, Максименко... Вообще про Максименко сказали, что будет качественным приобретением, но я не потяну по деньгам. Про Митрюшкина сказали, что будет... Будет полезным, но бесполезным, скорее всего. Кого мы еще смотрели? Тут слишком много тех, кого я не хотел смотреть. Так, мне еще, знаешь, что интересно? Камличенко. Динамо Москва он же, кстати. 95-го года, фига себе. Он младше меня даже на год. Интересно, интересно. И ужасный трек. А, я вижу твой трек. Или нет? И да, это оно. Неплохо, неплохо. Как вариант продай Алдофа Вертона. Как вариант Стекленбурга продать. Что за дичь, господи. Это все? Поздравление Марату. Марат, который теперь молчит. Здравствуйте, Марат. Это Владимир Владимирович Путин. Мой секретарь сообщил мне, что именно у вас сегодня день рождения. По такому поводу прикол. Я решил позвонить вам лично. Так, давай-ка предложим. Хотелось бы искренне пожелать неправда. Вам от себя. В смысле неправда? Что неправда? Народа. Такого не было. 3 миллиона за него просят? Что давай-ка я сначала лучше отчет скаута везде, сделаю. Где бы вы ни находились. Я лучше его проверю. Пусть мне что-то кажется, что это лучше никого не покупать вообще. Урунов не заинтересован в переговорном контракте, не заинтересован другим клубом. Ты что, ты с ума сошел, что ли? Вознаграждение за труд. А, принял. Он принял Уфа, а он нет. Прикинь, не захотел поехать в Англию. Я бы Марата в жизни поздравил. А, понимаю. Хочешь отправить эту голосовую открытку своим друзьям или близким? Скачай приложение на свой телефон и получи... Реклама. В подарок или понимаю. А вот эта антиреклама, вот эту воду никогда не покупайте. Она вкусом, знаешь, со вкусом талого снега какая-то. Мерзость прям. Так, еще. Так. Оформление раздел центр развития. 17 игроков в аренде. Молодежка сильная, юниоры сильные. Класс, одобряем. Купи Василия Уткина. Ну, зачем... Рано это включать пока что рано. Мы еще не начали играть. Поэтому пока этот трек нам явно не подходит и не заходит. Эту воду Марат выпускает. Боюсь представить, где она вообще, откуда. Ставропольский край, я не знаю, откуда Марат. А Марат здесь депат, откуда он? Что за вопросы, действительно. Так, выберите команду, капитана команды Эвертон на сезон. Ну все, я не буду ничего делать. Так, какой-то чувак заболел, по тренировкам все. Господи, короче, примените и все. Разберемся. Это надо в чемпионате включать. Главное не минор, а то бы она была бы белая. Это точно. Ну что там, по Камличенко есть какая-то информация? Игрок в Динамо. Он вообще играл хоть? Один, ну, сыграл. Обзор.
В данный момент играет на хорошем уровне для чемпионшипа. По поводу Камиченко есть некоторые сомнения, так как он вполне может найти привлекательные варианты. То есть, как игрок на замену, он якобы прокатит. Наконец, не про Бендеру песня. Да-да-да. Да-да-да. Понадобится изучить язык, может играть лишь на одной позиции, может испытать проблемы на завершающем ударе. Скорее всего, будет трудно вписываться в коллектив. Зачем такие вещи? Я не буду это озвучивать, но я это прочитал. Так, следующий матч. Выбер... По телеку будут показ матч с Уотфордом и с Тоттенхэмом. Кстати, а здесь Павлюченко еще существует или он уже все? Да ладно, нападающий футбольного клуба Знамя Ногинск? Нет, я знаю, что он там играет, но то, что он здесь есть в ФМе. Спартак, Тоттенхэм, Локомотив, Кубань. Вот это падение, конечно, да. Посмотрим, как его оценит наш скаут. Я, короче, так никого не куплю. Нет, я куплю какого-нибудь российского игрока, но мне надо, чтобы быть уверен, что он будет точно играть. Можно Караваева, кстати, посмотреть еще. Как... А, кстати, в этот раз окно закрывается. Срочно, срочно надо что-то делать. Надо куда-то вложить деньги. За защитник правый. Так, отчет от скаута сделан. Давай-ка сразу предложение. 3 миллиона. Не сыграл за сборную своей страны ни разу в последних матчах. Установлен требование 75%. О, для рабочей визы. Короче, ему хрен туда возьму. Вот я говорю, тут из российских игроков. Кого мы можем вообще подписать из российских игроков? Давайте по цене посмотрим, с ростом. Видно, все-таки Бандера приедет. В смысле, про что? Ты о чем? Не надо нам этого, не надо. Так. Гильерме, Дмитрий Баринов. Я вообще вратаря хотел подписать, так. Ари слишком старый. Из молодых? Подожди-ка, Баринов 22 года всего лишь? А я думал, кстати, ему больше. Зелимхан Бакаев, 23 года. Атакующий полузащитник левый. А, правый. Сколько вы за него попросите? 17 миллионов. Ясно, мы с вами не договоримся. Джики. 25 лет, 6 миллионов. Но тоже много попросят. Да, блин, вот, я, кстати, могу его купить. Давай-ка тогда... Блин, ну это будет рискованный трансфер. Прям рискованный. Я не знаю, за 11 миллионов... В смысле, 11 миллионов? Давай, да, 1.25. Все. Без, давайте вот без этого. Дополнительные условия. Больше никогда не буду песни высылать. Почему? А что случилось? У тебя что, какие-то не проходят, что ли, или что? 282, я думаю, чубатый просит. В смысле? Немножко не понял. Немножко не догналось, честно. О чем вы? 282 это статья какая-то, да? А что за статья вообще? Я реально не знаю. Возбуждение ненависти либо вражды? Да ладно. Буду знать. Теперь буду знать. Вы, Спартак, решили не спешить по поводу Джики. Они хотят более выгодное предложение. Осуждаю, конечно. Начать переговоры. Джики сильно заинтересован в переговорах. Еще хотят какой-то китайский клуб. Короче, китайские клубы им заинтересованы. Да, нет, да, мы предложим нормальную зарплату. Будешь игрока важным. Сразу же подпишем. Так, готов перейти к следующему этапу, давай-ка. Продолжительность контракта, давай-ка где-то на 2 года подпишем. После загрузки Coffin Dance сказали, что не вовремя, вот и все. Идет финальная музыка из Яралаша. В смысле, не понял немножко. В смысле, песни про УПА ставят? А-а-а. Господи, какой кошмар. Кто это прислал? Господи, какой кошмар. Давай вот зарплату 60 тысяч попредложим. А, бонус за подписание 30-ку. И агенту еще 15-ку накинем. Как такое вам? Нифига ты крутой. Это пассажирская армия. Понял.
Смотри, поскольку он просит. Кого покупаешь? GQ? На 5 лет он контракт хочет. Ну, блин, давай бонус за подписание поменьше. Потому что, ну, это слишком. Дин! Все, сорвал переговоры. Можно отменить? Нет. Давайте еще раз. Все заново. Давай. Все, давай, давай заново. Я готов принять. Вот эта песня на серву похожа. Зыги-быги, минор, да ладно, ты пришел. Уже не заинтересован, ты прикинь? Ну, короче, я сам за ретарду. Зибен-зибен. Понимаю. Давай посмотрим, кого еще можешь посмотреть. Денис Черышев точно нет. Мне нужно куда-то вложить последние деньги. Федор Смолов. Блин, это опасно. Ну сколько вот за него, сколько за него попросят? Я думаю, 16 миллионов. Кстати, я что-то Кокорин-то я не вижу. В смысле? А, он в аренде уже. Все понял. Юрий Газинский, он слишком возрастной. Роман Зобнин. Купи Игнатьева. Игнатьев. А он где играет? В Локомотиве? Он, по-моему, за него много тоже просили. Игнат. Владислав Игнатьев? 32 года, да ладно. Он слишком старый, нет? Нам нужен игрок на перспективу. Есть Иван Игнатьев. Павел Игнатович, Нижнего Новгорода не надо. Нет, все не то. Юрий Жирков, все понятно. В Краснодаре или в Рубине? В основе его нету точно. А, это с Барином я спутал, вот. Олег Шатов, Бакаев, Зобнин, Миранчук, Черышев. Давай сейчас еще молодежку посмотрю. Сулейманов точно много просили, я уже... А, вот, Иван Игнатьев есть, Рубин. Нападающий центральный. Ну, это риск, я вам так сразу скажу. Ну, давай-ка попробуем. Какой 34 миллиона? С ума сошли, что ли? Квичу? А это тоже из Рубина? Тоже из Рубина. Давай посмотрим. Он, по-моему, грузин, да, у нас? Если, судя по всему. Квичу, да, вот он. 18 лет? Слушай, в принципе, нормально такой вариант-то. Астрид Швейцария, их сын Лихтенштейн, пришли смотреть твой стрим, даже попкорн горы пьют. Крым наш? О, нет, давайте, вот это прекращать. Два матча за Рубин. Давай попробуем. Осуждаю, в любом случае. Я не знаю, кто это поставил, ну да ладно. Так, я сейчас буду этот, ограничение ставить, прекращайте это дело. Так, доступен для аренды, кстати. Его можно взять в аренду. Давай-ка лучше аренду предложу. Даже вплоть до того, что я буду платить. Может быть отозван? Нет, они его не отзовут. Он согласен. Отлично. Мы его в аренду просто возьмем. Мы возьмем просто в аренду. Кто еще есть в Рубине из таких более-менее-то? Паблу. Я вообще даже не знаю, кто эти люди. Купи Леонардо Пепси. Зеленый клин. Это где? Это на Дальнем Востоке? Что ли вы про это имеете в виду? Я не могу, извините, но нет. Кто живет в России, жулики? Да, согласен. Так, давай просто по игрокам, по Спартаку посмотрим. Андрей Шурли, спасибо, не надо. Жиго. Сколько? Блин, Жиго он дорогой, мы его не купим. Так-то вариант нормальный был. Понсе тоже. Александр Соболев. Он в аренде, да? Да, он в аренде, поэтому контракт, скорее всего, не предложу. Да, невозможен. Футбол? В смысле, ты про что? Да, давайте разбираться вообще, кого тут... Максименко нас, к нам не пойдет. Он раньше русским был, но Хрущев передал СССР, Путин раздел, присылал... Ну, а все, прекращайте.
Так, так, так. Рубин, Рубин, все понятно. Спартак из Урала. Подожди, вообще из Уфы модно брать игроков. Ну, Арсенал, Тула нет. Навряд ли там кто-то интересный есть. ЦСКА нет. ЦСКА сразу нет. Динамо я вообще не знаю. Мы этот, Камличенко сказали, лучше не стоит. Краснодар. Вот Краснодар можно посмотреть. Я здесь не вижу никого. Ну, если только Сафонову предложить. А, мы ему уже предлагали, по-моему, контракт, да? 45 миллионов, да-да. Как сейчас, помню. Вот он посвященный войне. Динамо вперед. Нет, нет, нет. Оренбург, Ростов. Кстати, а здесь Шамуродов есть? Но я, наверное, навряд ли подпишу. Да, мне кажется, не заиграет, как в Испании. Вот в чем дело. Опа. Слишком низком мировом рейтинге. Повышение гарантированной суммы до 27 миллиона может быть достаточным. Я... Мое дело предложить. А там уже решим. Так, Сочи. Сочи. Вот он где Кокорин. Его нельзя, кстати. Грейс играет за Битлз. В смысле? То, что Ливерпуль? То, что Эвертон? Понял тебя. В Сочи тут нет никого интересного, если честно. Сослан Джанаев. Нет. Антон Заболотный. Сколько у него цена? 1,7 миллионов. Антон Заболотный в Эвертон. А прикинь, он заиграет? Но я не верю. Вот он, мы играли в прошлый раз, он не заиграл. Ну что это? Ну вот что это вот? В Тосно 16 голов один раз за всю карьеру забил. И в Факеле 10. Да нет, это смысл только деньги на ветер. Если хотите кинуть деньги на ветер, покупайте Заболотного. Реально. Тамбов, понятно? Уфа. Вот, Уфа, давай посмотрим. Александр Беленов. Слишком возрастной. Джимальта Битзе. Джанаев. Кстати, значит, надо посмотреть. О, есть молдаванин. Есть румын. Ну, тут такие... Не, тут нет ничего такого. Крылья Совета. Там нет нормальных игроков. Крыховяк слишком... Он дорогой для нас будет. Миранчук, все понятно. Баринов. За него много денег просили. Да блин, у меня нет денег, чтобы все это нормально тут как-то... Какие еще русские игроки там, славянские, играют за границей? Не, понятно, могу подписать Александра Глеба. Ну, такое. Кого я уже смотрел-то? Ладно, давай-ка закончим пока ход. Опять не то прислал. Опасно. О, кстати, за песню Beatles Help лучше не надо. За нее сразу бан прилетает. То есть вы этот стрим уже не увидите даже в записи. Шамуродов принято. А, не заинтересован? С ума сошел, что ли? Прикинь, ВПЛ не хочет идти. Осуждаю таких. Закрытие трансферного окна. Я понимаю. А я никого не подписал по-прежнему. По просмотру этих клубов я... Посмотри на Умярова. Последний день остался. Я, походу, вообще никого не подпишу. Наиль Умяров. Ну, такой. 2000 года. Спартак 2 из Чертанова. Давай его подпишем уже кого-нибудь. 600 тысяч. В смысле 17 миллионов? Всякую профашистскую чушь ставят? Да я уже... Я проверяю треки. Я проверяю, что за треки проходят. Какие-то не проходят просто. Я скинул ролик вмешательству Запада. Он уже бан, кстати, прошел, по-моему. Точнее, не прошел. Блин, ну 17 миллионов, с ума сошли, что ли? Блин, я не знаю, кто это даже. 7 миллионов. О, в смысле? Блин, за 7 миллионов? Что-то я, короче, про этот. Они меня решили этот. Куликов из Лока. Не, ну что-то делать за 7 миллионов, у меня жаба душит, если честно. Мне нужен чувак, который должен заиграть. Александр Куликов, игрок. Вот ты, что ли? КамАЗ, точно не ты. Вот еще есть. Вот он, опор. Локомотив Казанка, серьезно? Так это вообще фарм-клуб. Нет, не.
нет, это какой-то это... Это слишком как-то этот... Опасно, опасно. Я лучше на эту Зюбу за 12 миллионов подпишу. Серьезно. Вот когда трек закончится, будет туса как у Асики. Посмотрим, посмотрим. Есть Кутепов, но я тоже что-то... Кудряшов, Семенов, Ари. Вот, вот этих я могу подписать, но они... Тут все возрастные игроки в сборной России так-то. Бакаев не пошел. Шатов ему уже много лет. Андрей Лунев нет. Сергей Петров это откуда вообще? А, Краснодар. Федор Смол. Роман Зобнин. Кто-то им интересуется? Лестер? Ну, блин, у вас деньги есть, а у меня-то нет. Артем Дзюба, давай. Давай, все. 12 миллионов. 12 с, по, вот с половиной. Ну нет, 13. Вот что хотите говорить. 12 и 7. Последнее предложение. И даже управление не попросишь. Давай в рассрочку тогда. А я Мабут не заметил. В смысле, ты про что? Смольников. Да Смольников тоже. Давай, короче, 9-10 миллионов. И частичными платежами в течение 6 месяцев. Еще 3 платежа. Сколько вообще сумма-то выходит? А, и это что-то ни о чем вообще. Нет, я вам еще сверху отдам 4 миллиона. Блин, все равно мало. Слава России. Вот, смотри, я 9 миллионов в течение полугода. И цена 19 миллионов. 19 миллионов. Лучше купил Моргенштерна. Давай посмотрим. Согласен он? Согласен. Все, давай, Дзюба. Я не знаю, где буду брать деньги. Трансферная... Да, да, принять. Поэтому насчет Битлса опасно, опасно. Честно говоря, по трекам сразу скажу. Давайте не будем рисковать. Вот Квин можете кидать, ничего не будет. Готовьте бокалы, пацаны, в натуре. Проявлять небольшой интерес к переходу в наш клуб. Так, будешь звездным игроком, давай. 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 3 года. Бонус. Вот если ты забьешь 15 голов, с тебя сразу 1,5 миллиона. Он согласен. Но еще не факт, что нам дадут подписать. Нам еще не факт, что дадут подписать, потому что... Хоть слухи, что Матернс будет как минимум один клуб. Да, пожалуйста. Ипотека. Да, мы взяли в ипотеку Дзюбу. Так и назову этот ролик так. Взял ипотеку в ипотеку Дзюбу. Заявочное окно. Подождите, еще пока не ясно. Пока еще не ясно. Возможно, у нас будет... Замороженность того, что чё? Блин, ему не... Ему, короче, он не факт, что поедет. Потому что нужно... Нет его разрешения на работу. В это вся проблема. Да, да. Мы еще не знаем, что будет. Что, я не успел подписать его? Получил разрешение на работу. Дзюба готов подписать контракт. 13 миллионов будет вышедший из трансферного бюджета. Да. Откуда я деньги возьму? При этом Спартак даже получит 5%. Прикинь? Какая-то ужасная песня, ну ладно. Так, все, короче, походу к нам едет Дзюба, да? Песни с матами, ну, как бы да, нежелательно бы. Но я не могу это проконтролировать. Если стоит у видео тег 18+, он не пройдет здесь через программу. 19 миллионов! Дзюба совершенно не знает английский. Он может быть отправлен на интенсивные языковые курсы. Ну, как Мутко, короче, будет разговаривать. Довольны подписанием такого важного, высококлассного игрока. Надеется, что он сможет показать свои бомбардирские качества, чтобы считаться хорошим приобретением. Я трек подготовил под Дзюбу. Назначить номер в команде. Артём Дзюба просит 10-ку. Ага, конечно. Где могу дать 14, 15, 16, 24, 32? Какой ему дать номер? Вот какой ему дать номер? Какой дать номер Дзюбе? Вы еще говорите, пока подумаю. Его надо зарегистрировать, во-первых. I have выгуливать. 41-й? Так. Давай-ка автоматически сделаем. Потому что его зареги... Да, его зарегистрировали.
Так, так, вроде все шестой. Шестой номер Дзюби. Значит. Я потом превьюху на этот стрим обязательно нарисую. Десятку он просит, охреневший, ты погляди. А в каком он еще номером играл? Он играл под, всегда по 22-м, десятка, ну, короче, типа нападающий. Пятый? Можно вообще четвертый дать. Первый, к сожалению, занят. 16-й, это вообще вратарский номер. 14-й, как Анри. 41-й. Давай ему... А, 40, подожди-ка, он по 44-м не играл, или мне кажется? Где-то он, по-моему, играл под 44-м. А он занят, кстати. Я буду как Дзюба, да? Пять палок за вечер в натуре. Последний номер какой есть свободный? 99-й. Вот и будешь играть по 99-м номеру. Все. Девятку, десятку надо слушать. Все. Это конец, понимаете? Хотите отдать Райан Астли в аренду? Без комментариев. Так, по тактике сейчас посмотрим, что он мне скажет вообще. Может, он на замене будет сидеть? Он нападающий, реально? Подожди-ка, его надо немножко... Вот у меня нужна другая позиция быть, по-любому. Вот, вот здесь он может играть. Надо было дать 0, как фанаты Эвертона. Я буду как Дзюба. Все, конец. Первый матч с Норвичем, кстати, через 2 дня. Потрачен 29 миллионов. Это за весь трансферный рынок. Вот смотри, просто... Делали переходы. Самый громкий трансфер. Нет. Стефан Савич из Атлетико Мадрид. Короче, трансфер Дзюбы на третьем месте в этом трансферном окне. Из Зенита в Эвертон. Кошмар. Мне кажется, это просто авантюра какая-то. Марио Фернандес стал самым дорогим... Что? Перешедший в команду Ливерпуль. Марио Фернандес это тот самый? Да, он перешел в Ливерпуль. А я подписал Дзюбу. Почему бы нет? Кошмар. Нормально, вся Англия увидит. Да, да. Трансферное окно закрылось. Так, расходы на зарплату. Мы на шестом месте тратим на зарплату 3 миллиона в неделю. Ясненько. Я на пресс-конференцию не пойду. Пускай говорит этот ассистент. Я буду только при покупке игроков. Это меня все устраивает. Погнали. А что это будет? А, представить Артёма Дзюбу? Прямо с вами сейчас он сидит. Я бы был немножко настороженным. Ира, он авторитетный игрок, ты прикинь? Он авторитетный игрок в нашей команде. Я еще очень счастлив. Он сможет помочь клубу. Может повлиять на нескольких игроков? Это воодушевит всех. Сейчас будет доказано, что дворец не Путина, в смысле. Я проверю, что там скидывал. Ужасно, ужасно. Ужасно. Короче, я все прощелкаю. Да, он будет играть, все будет хорошо, погнали. Так, давай сейчас пару сек перерыв. Ну, пару минут, я подойду опять. Правила несложные в футболе, надо лишь по полю мяч катать, не ходить желательно, а бегать, иногда в ворота попадать, если мяч ушел за боковую. Просто знаешь, вот представь, надеюсь, мой микрофон нормально работает. Только Дзюба правила нарушил. Представь, вот он не заиграет, а я его в ипотеку взял просто. Дзюба, Дзюба, король Ютуба. Дзюба-дзюба нас удивил. Все игроки не зарегистрированы, смогут играть до заявочного окна. Вот здесь последний шанс. Джен Филипп Гамбин. Давай-ка посмотрим. Где ты вообще? Давай зарегистрирую.
Так я еще могу зарегистрировать. В чем проблема тогда? Ты тоже давай будешь зарегистрированный. Молодежка. Надо все равно стать на замену кого-то взять, потому что у меня такое ощущение, что кто-нибудь сломается. Просто. Все, я всех зарегистрировал. Нормально, кстати, микрофон работает? Александр, да, привет. Александр Мазута. Походу, король, новый король нашего сервера, да? Ладно, он отобьет деньги с Порнхаба. Может быть, посмотрим. Хоть где-нибудь он отобьет их. Кстати, а я по персоналу, я так и не нашел, что ли, тренера? Вы что, угораете, что ли? Поиск персонала. Мне нужен тренер. Можно, кстати, российского какого-нибудь подписать. Но я не буду этого делать. Так, у нас когда матч? Уже скоро, завтра. Мы дебютируем на тренерском поприще. Аншлаг, 39 тысяч приедут смотреть. Ой, мы фавориты. Анчелотти остерегается атакующего футбола. В смысле? Вообще-то я тренер, как бы. Найти футболиста центрального украинца, забил в честь меня. Но мы посмотрим. Центральный полузащитник. Так, так. Напоминаем перед матчем инструктажа по тактике. Сейчас они сделают, мы разберемся. Мы разберемся. Надеюсь, надеюсь, он выйдет в основе. Надеюсь, его не сломают. Это наша надежда. Я за него такие бабки отвалил, он столько не стоит. Просто, во. Артем тренер вратарей. Крут, так, мне нужен, знаешь, тот, кто играет руками. Сил. Вот, у меня проблемы с вратарями, которые там руками что-то плохо играют. Так, все? Да, да, подписали, спасибо. Наконец-то в России бог футбол. Давайте не портить сейв. Не, я могу создать, но я не буду этот. Я не буду его просто заиграть за него и все. О, я дома играю, класс. Мое дело труба. Я что-то уже понимаю, что, я не знаю, что за болото подписать или его. У меня, кстати, не подписался. О, этот чат не завис, как бывает обычно. Он в основе выходит. Дело Марата труба, но это да, тоже согласен. Ну давай. Удачи вам. Играйте на него. Я сейчас тактику поставлю, чтобы играли на него просто. Так, ассистент. Ассистент разговаривает. Стоять. Инструкция по команде. Так, 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 так. Играть. Играть через центр мне надо. Бить при любой возможности. Навешивать с любой позиции. Вот. Вот, навешивайте на него. Так, так. Переход мяча. Переход мяча. Выбивать мяч за спину защитника. Вводить мяч центральный. И вот надо разобраться, как здесь. Но безумно дорожу вашей... Врач с мячом. Ой, врач, мяч с мячом. Так, прессинг побольше. Давай-ка побольше. Поставим сразу же и посмотрим. У меня скоро выйдет видео по стриму. Понятно. Ну что, давайте. Надеюсь, надеюсь, все будет хорошо. При этом первым поворотом бьет Норвич. Угу. Понимаете, что это значит? Артем Дзюба топ-игрок, только есть минус, он Дзюба, согласен. Это самый главный минус. Так, все хорошо. Вон он ходит! Вот именно, что он ходит. Ты прикинь? Дзюба, прессингуй, блин! Какой здоровый, ты прикинь? Он ходит, реально. Блин, мне кажется, мы не сыграемся. Вообще не бегает. Да вообще никто не бегает. Что у нас по статистике, мне просто интересно. Ясно. Так и не посмотрел. Нет, 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 нет. Не тут надо смотреть. Статистика матча. Один удар по воротам, серьезно? Так, найдешь... Так, сейчас Дзюб покажет свою палку. Мне кажется, он ее перегибает. Все, понимаете. Фу, ладно, не досчитали. Пуки забил. Не засчитано, не засчитано. Блин, пацаны, давайте прессинговать, вы чё? Норвич! Блин.
контратакуйте с мячом. Забегание по флангу. Давай вот по флангам сделаем забегание. Навес на Дзюбу, все. Перегибал он в раздевалке Пикфорд. Дзюба забил, да ну нафиг. Вот это прикол. Вот это он... А я думал, что он перегибает, а оказывается все норм. Немножко свет. Кто бьет пенальти? Воу-воу-воу-воу. Дин Флай, тебе тоже привет. А я же говорил. Согласен. Поспокойнее стало. Надо сделать, чтобы он еще пенки бил. Только я не помню, где это делается. Тактики, по-моему. Посмотрим. Пенальти, вот. Мы его сделаем бомбардиром. Он должен. Все, теперь ты бьешь пенальти. Всегда. У меня интуиция на игроков. Ну, посмотрим. Но он один гол только забил. Один. А, мы на первом месте, кстати. После первого тайма. Какая вы ханали. Под эти песни все. 6 ударов, 2 в створ. Сойдет. Общение с командой. Скажу вам уверенно, что я доволен. Новый Головин. Ну, блин, ему 30 лет. Дзюба спокоен. Один гол. И еще забил Сигурдсон. А, ну это с пенки он забил. Будем надеяться. Блин, для этого стрима надо будет превьюху перерисовывать. И название какое-нибудь. Взял бы ипотеку, там, Дзюбу. Ух ты, а на него был навес или на кого? А, это в мои ворота били. Ну что это? Пенка? Воу-воу-воу, полегче. От Дзюбы это Зенит, я не ошибаюсь. Теперь он уже Эвертон. Мне кажется, этот вага больше не забьет просто. Ух ты, штанга была. Не ошибаюсь. Не ошибаюсь. Ну, вообще, по идее, да, он Зенит. Вот где-то мы исполнили его мечту. Но он должен отбивать свои деньги. Вот что хотите. Надо замену, кстати, делать. Что-то у меня тут народ поплыл, походу. Давай-ка по одной замене каждые минут 10 посмотреть по состоянию. Мы сверхатакующие играем. Мы на место вышли. Мы на первом месте единолично идем. Блин, ну Сочи то же самое было. Лол, Дзюба взял в ипотеку. Ну, я его взял в ипотеку. Я 19 миллионов за него должен был сплатить. Я 10 уже отдал. Он уже отбил? Ну, фиг знает. Ну, мог бы сухую сыграть. Ну, что это? Ну, ладно. Сойдет. Если что, скажем, что взял Марат. Да-да-да. Ну, посмотрим, как он будет играть. Ну, в принципе, Норвич стоило обыгрывать, на самом деле. Потому что, ну, блин. Так, кто-то у меня тут пренебрежителен. Ну-ка, о, ты желтой карточкой. Ну-ка, с поля быстро. Не надо мне, чтобы сейчас мне в десятером оставаться. Не хочу. Генеральный директор Эвертона? Угу. Понимаю теперь, чей это клуб. Давайте поаккуратнее. В следующий раз такого не делать. Давай, тащи. Ну, что-то я не вижу, чтобы они, знаешь, навешивали. То ли у него позиция, кстати. Вполне возможно, его надо... Чистый форвард. Не, он не тащит на чистом форварде. Прессингующий форвард, ну-ка. Нет, это не его позиция. Атакующий, вот так будет. Не понял ты о чем? А попробуем на эту позицию поставить. Походу все эти моменты, они тоже имеют какую-то вот прям важность. Давай, беги. В офсайд залез ведь. Ну ладно. Кстати, Эвертон принадлежит 25 Усманову, да ладно. А я думал, какой-то французский клуб принадлежит. Честно, не знал. Ну слушай, в дебюте забить 2 гола. Норвичу. А по-моему, сам Норвич им интересовался в свое время, если я не ошибаюсь. Вот пишется сообщение, так как вы написал, сообщение заблокируют. YouTube блокирует сообщение, если там какой-то призыв, типа чего-то там, какой-то ненависти
он почему-то блокирует. Он блокирует много чего. У меня даже приходит комментарий, я вижу, что он пришел, я хочу его открыть, и мне пишут, что он уже удален. YouTube блокирует. Я не знаю, что за прикол. YouTube находится в отличной форме, да. Сколько у него цена? Он оценен клубом в 26 миллионов? Охренеть. Ну да, слушай. Он за Зенит в этом начале забил 4 матча, 4 гола. Ну, нормально. Неплохо, неплохо. Пойдет. Чувак, это рэпчик. Кто присылает фонг, мне интересно. Так, Артём, Антон Митрюшкин станет полезным приобретением. Но можно его приобрести. А у меня денег нет, да? Нет, я могу, короче... А, я все, у меня нет денег, короче, все, все, Дзюба все деньги забрал. Можешь включить... Что? Не надо, не надо, зачем? Что с Украиной? Сейчас я сделаю. Что с Украиной? Не знаю, что с ней. Не пускают туда. Так, Украина, Украина. Я просто беру, короче, юниора какого-нибудь. О, юниоров нету в Украине. Нету просто. Вот, молодежки я могу создать. Вот, 16-летний, полузащитник центральный. Будет Саня Мазука. Нет, приглашать не буду, конечно. Так и напишу. Саня Мазута. Все, больше ты его не увидишь. Кстати, где он играет? Перуджа в Италии? Фига, 16 лет. Он вообще играет там? Ясно, удачи. Когда ты пьешь пиво в самолете, тебя всего трясет, играет песня от винта. Не знаю. Там в самолете очень дорогое удовольствие пить пиво-то. Летал, знаю. Тащи, поэтому и не пил. Ван Дейк, а это где он, в Ливерпуле? Ну ты что, я опять в ипотеку брать? Я еще старую не погасил. Так, Ман Сити вышел на первое. У нас следующий матч с Брайтоном. Ну, в принципе, его возможно обыграть. Не хотел как в Ютубе ник, а какой? Да ладно, Саня Мазут, это же лучше. Я бы в твоем месте бы тоже переименовал. Мне этот ник более зачетным, кстати, кажется. Он угарный. Он угарный. Так, когда у нас матч следующий? А, через 6 дней. Нормально. Что там пресс-служба подтвердила? 32 тысячи сезонных абонементов. Ну понятно, кое-кто поднял нам продажи. Ну ладно, Мбаппе или Неймара. Действительно. А чё бы не... Ой, нет, нет, только не Бутырку, нет. Давайте не Бутырку, пожалуйста. Надо вообще удалить её. Надоел, я создал топ-5 лучших мапперов. Понимаю, хотите расскажу? А давай. Камличенко, все, все, ваш поезд ушел. Я уже подписал топ-игрока, зачем? Он будет лучше всех. И, кстати, есть прикол, что какие-то клубы хотя бы с эмблемами. Ну, не все, конечно. Дерби Каунти, Бирмингем, Рома. Ну и все, мы это Селтик. А, кстати, я здесь добавил ирландскую лигу, шотландскую, российскую и еще какую-то, уэльскую. Ты понимаешь, да, куда, если что, у меня будут отходные пути? В Шотландию куда-нибудь. Грейс, помоги, где воздушный фильтр в универсале? Мне надо же, я Мазута. Воздушный фильтр что? Я знаю, где находится у тачки воздушный фильтр, а про какой-то универсал. Я так не хотел ее, но в итоге ее скинули. Ну ладно. Надеюсь, он не поедет под эту песню из Англии. Пока я управляю этим клубом, он будет играть. Лаура готов подписать тренер. Да, давай, давай. Мне нужен тренер вратарей. У меня проблемы с вратарями, как мне сказали уже. Да, все, я подписал. Так, давай-ка сразу по тренировкам посмотрим, как он распределить. Так, теперь я занимаюсь техникой. Отлично. Кто занимается... Вот, вот, теперь это вратарь занимается. Так, по персоналу, что у меня теперь? Нормально. Еще одного тренера можно подписать. Ну, мы разберемся уже со временем. Блин, травмирован. Начинается. На 2 месяца. Да хорош. Где фото воздушный? Что? А где лица игроков? А это надо либо мод покупать вот в Epic Games для него, либо чего, я не знаю. А все нашел, не надо. Ну, вот видишь. Так, вакансии тренера.
Мне нужен тренер, который будет нормально заниматься обороной. Вот этот из Колумбии. Давай-ка я тебя приглашу. Да, тренер колумбиец. Гибсон. Я не знаю, кто Гибсон. Это актер, что ли? Так, все с вами понятно. Что за кубок Сальвадора какой-то? Первый раз о таком слышу. Пятое место. Что? Маппер Нахимов, четвертый Historical Union, третий великий германский маппер, второй маппер, первое место коммунистический зверь на Russian Maper. Из всех, кого я слышал только коммунистический зверь, потому что я как-то один раз у него, по-моему, рекламу убрал, и кого-то я еще слышал. Все, нет, больше никого не слышу. Одного только. Вот и все. Такие дела. Так, согласовал условия сделки, все понятно. Что эти люди? А, жеребьевка какого-то Карабау кубок. Давай посмотрим. Всех сразу. С кем я играю? Уиган. Понимаю. Замечательно. Меня ждет, походу... Привет. Ты кому привет? Ну, снова здравствуй. Да. Снова тебе привет. Боль снимет рукой. Это все к Артему. Это все к Артеме Дзюбе. Так, так, ставки принимаются. Мы фавориты, но уже не такие, как были в прошлый раз. С Норвичем. Да, мы на третьем месте. Нам, короче, надо, чтобы попасть в Еврокубки, занять с первого по шестое место. Ну, седьмое край. Я не знаю никого из этих мапперов. Я вот только одного знаю. Карабаш, это все английские команды вроде. Что? А я думал, это Карабаш, это какой-то этот. Какой-то этот азиатский продукт, нет? Ладно. Лестер с Тоттенхэмом. А что за руба такая резко начинается уже? Не нравится мне такой расклад, честно говоря. Я знаю маппер Нахиму, коммунистический, но российской много. Ну вот я только одного слышал, все. Потому что я, в принципе, особо им не увлекаюсь. Я больше всего коммунистического зверя, на него подписан и на Russian Maper. Понял? Так, ну тренировки вроде идут. Так, тренер я подписал. Отлично. Так, иди изучай язык. Кстати, нам надо, чтобы Дзюб пошел язык изучать. Так, давай посмотрим. Предложить технический прием не надо. Мы знаем ваши приемы. Опции трансферные предложения. Нет, не надо. Так, контракт. Отправить на лидерский тренер. А, повышение квалификации. Так, давай-ка на лидерский тренер. Да. Мы согласны, что должен пойти. Отлично, пускай идет. И еще один курс сразу же сверху. Короче, он сейчас играть не будет, будет просто этот учиться. Да, да, он согласен. Прикинь. Ну хорошо. Так, тренер назначен. Все хорошо. Так, курс тренер лидерских качеств. На 3 месяца, понятно. Играть-то кто будет? Карабаш — это клуб из Харькова? Серьезно? Карабау — замена. А, я вас понял. Ну ладно. Понимаю. Так, давай-ка по тренировкам опять сделаем изменения. Вот, вот и все. По персоналу. Вот, у нас уровень нормальный, кстати. Не топ, конечно, но и знаете ли, тоже. Не хукры-мухры. Лол, но нет. Карабаш. Я не знаю. Все, мы играем на выезде. А как так получилось, что 2 года назад в Казани песню «Максим» пел весь спартаковский сектор? Ну что, давайте. Я знаю, получилось это совершенно случайно. Что просто это такое? Просто играла музыка на стадионе, а это на стадионе... Ну, про спартаковский сектор я слышал, да. Да, да. Давай дальше. Причем тут... И при чем тут Спартак? Не знаю, не знаю. Смотри-ка, он реально лидер. А что за звездочка на нем? Что это означает? То ли он то, что реально лидер команды считается? Прикол. Пришел и сразу лидер. Ты погляди-ка на него, а. Давайте. Давайте, давайте, давайте. Предлагаю сразу идти в сверхатакующий. Почему именно Эвертон, а не Лестер? Ну, не знаю. Лестер, мне кажется, менее стабильный клуб на самом деле. Я думал, ты спросишь, почему не ЦСКА. Серьезно. Жаль, что ты не купил граф ЦСКА в Динамо. А кто это? Я даже не знаю. А ты где был, когда мы ЦСКА искали?
Да-да-да, где-то сейчас, да. Причем здесь Спартак, на самом деле? Что у нас по статистике-то вообще? Два удара, два в створ. У них три удара. Кстати, у Спартака есть гимн среди российских клубов. Да ладно. Я офлайн, понятно. По-моему, уже у Зенита есть, нет? Ну, он же мог добить, кстати. Пацаны, прессингуйте сильнее, и вы забьете. А, подожди-ка, это мои ворота были. Тогда ладно. Темп игры высокий, затяжка времени никогда. Давай их еще выше поставим. И побольше прессинга. Прям побольше. Потому что Дзюба. Теперь можно биться. Ну, давай, давай. Что? Тут был... А. Ну, подожди, в какой мы форме? В красной игра. Ну, в розовой. Ну, такое. Так, какое место идем? На втором. Ну, да. Тут такие соперники. Это еще не Челси, не Манчестер, прошу заметить. Вот когда с ними начнется, вот это будет весело, походу. Да ё-моё. Спартак 5% получил от этой сделки, вообще-то. Прошу заметить. Ну, тут что ты не навешиваешь? А до него мяч вообще не доходит, кстати. Ну-ка, выкрики с бровки. Ну-ка, ну-ка, надавить. Пенальти. Мне пенальти. Да ё-моё. Начинается. Даже его даже свои фанаты не признают. Я про Зенит. А-а, про Зенит-то. Ну, это как этот был Быстров, который играл в, Спарта... в Зените, потом в Спартаке, потом опять в Зените. Я бы, конечно, да... Это очень плохой поступок с его стороны. Что он сделал? Пацаны, надо надавить. Врут они. Кто? Да чё? Подожди-ка. Переход мяча. Давай посмотрим. Так, когда потерь мяч, контрпрессинг с мячом. Так. Штрафную с мячом не надо. Навесы. Навесы. Будем играть навесами. Вот так вот. И так, так, через фланги. Давай попробуем вот так. Все, 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 можете начинать. Покажите больше желаний. Ай, да, 8... Они, кстати, больше бьют поворотом. Мы еще и проигрываем, между прочим. Надо замену делать. Кстати, или почему не ЦСКА? Ну, потому что... Не, я поиграл бы за Софийский. Тео Уолкот что-то выдохся. Дзюба, ты сейчас, походу, с поля уйдешь? Мотивирован. Где? Я не вижу твоей мотивации. Где вот твоя мотивация? Быстров хотя бы не провоцировал болельщика, как делал Дзюба. Ну да. Он, да, он такой. Вот Широков, кстати, тоже из таких вот. Пацаны, бейте чаще по воротам, да ё-моё. Давай, короче, этот, бить при любой возможности и входить, что... Бейте, бейте при любой. А, меньше дриблинга, больше бейте. Давайте, да, давайте тренер у вас видит. Что? Стал сыграть 10 минут, серьезно. И мы уже все слетели. Нет никакого желания у них, я гляжу, вообще никакого. Ну! Да ё-моё, угловой. Я знаю, что Симонян перенес операцию, да? Я слышал, что, по-моему, этот... Как его? Романцев тоже какой-то там у него... Что-то приболел. Или, мне кажется, они маздило. Да-да-да. Как Марат Бананов в прошлых сейвах. Все, я говорил, он два гола забьет, он больше не забьет вообще. Все. Забудьте. Мать. Еще и проиграли. Нормально. Так, я устрою разносы. Скажу вам страстно, что... Нет. Вы разозлили меня этим результатом. Вот, заведенный, заведенный. Ну-ну. Особенно нападению скажу. Я недоволен твоей игрой. Все, сбил ему уверенность. Вообще плохо проиграли-то. Дюб травмирован, в смысле? Вот загас ушел. Загасился. Напряжение под коленным сухожилие. Ты прикинь, он чувак какой-то, он травмировался. Сколько? Разрыв мышц бедра на 9 месяцев. Короче, можно про него забыть, да? А вот Ливерпуль, Ман-Сити 5-4. Вот это прикол, конечно. Все, походу, походу Дзюба наигрался. У меня такое ощущение складывается.
Вам не кажется? А мне вот кажется. С кем следующий матч? Челси, блин. Вот я про что я говорил. С Челси. Эти слова уже совсем не дружеский подкол. Ты что же с нами стал? Все как с ума посходили, желая зла тем, с кем совсем недавно дружили. Давайте без политики. Давайте без этого. Серьезно. Я говорил про бичей из бесплатных агентов или молодежку, а широко провоцировал фанатов Спартака и Зенита. Ну, это да. Там какие-то похабные кричалки или мне кажется? Нет, вроде нормально. Вроде нормально. Жаль, ну байка. Какая байка, ты про что? Я на 8-м месте. Победа над Норвичем, который идет на 19-м месте. Будешь лечить очко от зуба? Я нет. Зачем? Для этого есть минор. Мне кажется, он лучше подойдет для этой роли, нет? Так, так, так. Тренировочное окно. Надеюсь, он выйдет играть. The World... Да в смысле все с травмами? Начинается вот это. Тихо. Красно-синяя? Это кто? Енисей? Красноярск? Про кого песня вообще? Вы что, что за команда? Я присутствую за вечное соединение. А про торпеда московская есть какие-нибудь еще, нет? Вы, наверное, задались вопросом, почему я разделил первое место на Духмасов. Все очень просто. Ну, давай, там интересно. Нет, серьезно, интересно просто. Да я просто угораю, у меня настроение такое. У меня хорошее настроение. Я типа не стебусь, ничего просто. Да если что это. Все нормально. Не парься. Арсенал выходит на первое место. Обыграли Уотфорд и радуются. Ясно. ЦСКА, да я понимаю, я все понимаю. Да, что приступил к полноценным тренировкам? Фабиан Делф. Ты вообще кто, англичанин? За сборку играл. Из Ман-Сити перешел. Да, мне нужна команда, у меня половина команды уже рассыпалась. Зюбы там порвался, что-то уже. Что это вообще? Стекленбург готов куда? В смысле? Но я знаю, что он играл за сборную Голландии. Ветеран. Ну пускай идет, я куплю потом другого. Коммунистический зверь интересуется хорошим альтернативным рисовкой создания своего мира, как в 7-м сезоне. Вот когда говорят про сезон, я вот этого не понимаю. У меня ощущение, как будто сериал какой-то. А, ну это, в принципе, и есть сериал, наверное, то, что они делают. Советы по подбору команды. Ну давай-ка, используемый состав возьмем. Я потом, если что, поменяю. Челси фаворит. Мы, типа, ничего хорошего. Мы будем играть, как играли. Только единственное, может быть, мы сверхатакующие не пойдем. И следующий матч, кстати, кубок у нас уже. Когда будешь играть, ты про что? Сейчас буду играть. Обязательно буду. Арсенал выиграл Ливерпуль. Нифига, что-то Арсенал мощный, кстати. Нормальный там. Там не тренеришка их сейчас тренирует или кто? Я просто уже реально я за английским футболом мало слежу. Раньше я больше следил, серьезно. Сейчас меньше. Сейчас я слежу за этим меньше делом. Сейчас будем разбираться. Так, Астон Вилла 2-0 Уотфорд. Кристал Пэлас 3-0 Ньюкасл. Лестер Вест Хэм. Тоттенхэм Бор... Как это команда называется? Бормут? Спартак больше всего СНГ фанов. Ну да, он считает сам популярный клуб. Я с этим не спорю, конечно. Я тоже сколько знакомых, большинство, ну типа, большинство, как говорит, там, Спартак. Спартак, Локомотив, кого я знаю, и ЦСКА. Вот раньше были времена Динамо Киев, Динамо Тбилиси, Спартак, топ-клубы. Ну тогда раньше, по-моему, Динамо Киев самым такой считался сильным. Зато про Зенит какой-нибудь вообще никто не знал. Торпедо был нормальный клуб, ну такой, средний. Сейчас, ну они, в принципе, правильно делают то, что они... Не рвутся в премьерку, потому что они спокойно развиваются, построят стадион. Вот у них, кстати, нормальный менеджер. Вот у них нормальный. Так, все, у нас матч. Теперь так себе, ты про что? А, клуб ты имеешь в виду, Динамо Киев? Ну, блин, в Украине там проблема то, что там, ну, топ-клубов-то сколько? Ну, 3-4, наверное. Новошаромаппер интересует качественно для глаз рисовка, сезон для перемещения во времени. Вот как было в сериях про альтернативу Холодную войну, классные проекты, как ДВ Зер Китай.
Не, просто реально, я за маппингом вообще, можно сказать, практически не слежу. Ну чё, Дзюба, давай. Так, с мячом будете. Давай через центр попробуем вот такой тактикой. Темп игры оставим как есть. Удачи. Купи Фернандеса или Кенфеева в ипотеку. Фернандес уже Ливерпуль купил, а Кенфеев... Ну не знаю, пойдет ли он на старость лет к нам. Он же уже в свое время, его сколько не звали. Его звали, по-моему, и Ферентину. Его звали в Арсенал, но он типа нет. Я типа красно-синий до всегда и так далее. Я помню, как Спартак в Европе играл. Выиграл Наполи, Реал, Ничас, Барс, победили Арсенал, Лондон. Последний видос. Я помню, как он Ливерпулю проиграл. Вот это да. Последний видос на Russian Mapper, если что, были белые, белое движение победило. Решил заглянуть, да, тебе тоже привет. Тоже привет, спасибо, что заглянул, в любом случае. Я не знаю, какая у меня стоит... А мы в атакующий играем? Блин, давай-ка в наступающий лучше. А Кенфеев FM дырка, я проверял, серьезно? Не знаю, я в FM, по-моему, за ЦСКА не помню, что вообще играл. Блин, чуваки, мы сейчас проиграем. Вот почему я разделил первое место. Понял тебя, понял. Кто играет вообще? Челси. Я никого там не знаю. Я помню Челси времен, когда там Лэмпорт играл. Терри, Чех. Вот это да. А сейчас не знаю даже, кто там. Я не знаю этих людей даже. А, Бутшуаи слышал. Вот и все. И то он на замене. Эмерсон слышал. Вильян, который, по-моему, в этом играл. В Анжи, нет? Ну что, Ливер, когда никто остановить не мог. Смотрел я смотрел мапперскую дубку. Ну слушай, если мы сыграем ничью, будет тоже норм. Вот стоило мне только сказать. Дзюба, ты где вообще? В смысле, хладнокровен? Давай играть нападение. Видимо, уже в арсенале. Кто? Они... О, тащит. Ну, ё-моё. Короче, реально нам только в середине таблицы стоит. Ну, блин. Челси, да. Сейчас видим в арсенале Лондон. А-а, вот как. Неплохо. А где главный герой всего вот этого? 1-1, нормально. Вильян автозамена, в смысле? А, все, догнал. Так, общение с командой, страстно. Я знаю, что мы не являемся фаворитом, мы должны выйти на поле, постараться дать болельщикам повод для радости. Выходим. Ладно, слушай, 1-1 еще норм. Да, футбол менеджер, тебе тоже привет. Привет. Так, на каком? На 10-м, короче. Одному проиграли. Одних выиграли, эти пока не ясно, ничья. Неплохо. Подожди-ка, они реально по тактике бьют издалека у нас, судя по всему, как я и ставил. А давай-ка попробуем что-нибудь другое, типа по с навесами. Как вариант. Ну это типа Дзюба перешел к конкурентам. Понял тебя. Хоть не успеваю, как быстро бегают. А я... Мне просто проще так, я как типа они вот... Чтобы больше как-то их матчей проходил. Потому что долго сидеть, ну, типа, да. Я больше фанюсь в эти менеджеры же. Секреты тренировок? А, нет, ты что? Просто ускорено все. Тут никакого секрета нет. Просто ускорено все. Ну! Дзюба, да ладно! Прикинь! Третий гол в чемпионате. Какой кошмар. Подожди, а давай-ка мы лучше в оборону сядем уже. Это шанс обыграть Челси вообще-то как бы. Даже если будет ничья, это уже будет успех. Давай я только поменяю те, кто у меня на карточках висят. Ой, нет, ты слишком выдохшийся. Нет. Блин, у меня нет выбора, да? А вот так. Ай, ладно, давай рискнем, оставим лучше на карточке. Я помню, как Спартак Севилью победил 5-1. Нет, я не помню, кстати, вот этого. Чем ко мне не залетает? Слушай, что-то все как-то времени мало. А ты стримишь просто тоже? Я что-то не обратил внимания. Я так-то подписан. Мне какие-то ролики выскакивают, я лайки только ставлю. Вот.
Блин, не пропустить там главное. Ё-моё, 2-1 обыграть, ну вы к чего? Это явно в мои планы не входило. Надо было взять время тянуть, кстати. Я захожу в основном только тут лайки сейчас ставлю. Обыграть Челси? Ну это достойно. Достойно, я согласен. Дзюбини. Вот стоило только, да, им вставить, и все пошло. Все, заиграли. Особенный момент, согласен. Молодцы. Следующий матч в кубке, кстати. Я туда, наверное, буду сейчас какой-нибудь резерв выпускать. Пока не стримлю, времени нет, видосики только. Понял. Ну вот я вот только так какие-то выходят, я лайки ставлю. Я как бы это... Я на стримы, когда есть время, допустим, перед стримом, либо между стримами, я вот смотрю вот так вот. Потому что есть еще как бы основная работа еще. Вот. Что? Я помню, FIFA 15 то была, мне было кайф играть. Мне 13 или 12 нравилось. Ну, самый первый, который начал играть, это 7. 7, где там российская лига была, мод. Или дополнение, вот мне тоже нравилось. Там еще ПНЛ был. Ну, первый дивизион тогда еще. Дзюбе уже 31 год, кстати, исполнился. На днях. Слушай, 3 гола, 3 матча, 3 гола. Неплохо. Нормально. Сейчас в кубке будем другого пускать. И на том спасибо. Да не за что. Постараюсь, постараюсь залетать почаще. Стараюсь. Я вроде подписан с колокольчиком даже, но не всегда. Играешь в PS Mobile? Нет, как с тобой один матч сыграли, и все, больше не заходил. Вот. Да времени нету, времени. В этом все проблема. Так, так, аренда команды получает... Ай, кто там в аренде, мне это не интересно. Мне интересно, как будем с Уиганом сейчас играть. Там надо будет, наверное, скорее всего, сейчас этого... Дзюбиню-то на замену посадить. Он мне нужен в чемпионате. Кубок-то, наверное, мы затащим с Уиганом. Хотя, не знаю, там... Сейчас посмотрим, сейчас там что скажут. Ну да, мы фавориты, причем такие нормальные. 1.8 нас дают. Но мы играем на выезде. Такое себе, такое. Мне больше FIFA нравится. Но смотри, FIFA больше интересно в том, что там очень много команд. То есть лиг, вот это все турниров. А PES больше в плане графы. И еще какой-то был PES, вот мне нравился, по-моему, 15-й вот тоже. Или 12-й, может я с ним путал с FIFA. Там у них была лицензия на Лигу Чемпионов, на Лигу Европы, но лиг не было. А сейчас у них, по-моему, я не знаю, есть или нет. Кстати, FM на телефонах, ну она платная. Ну, да, я видел. Я в свое время, когда не было компа, тоже все искал. Так, играть осторожно. Нормально все будет. Что это за Carabao Cup? Ну, вообще, походу, тут все команды играют. Из чемпионшипа, из премьер. Я плохо знаю вот эти турниры. Будем разбираться. Походу уже. Следующий матч потом у нас будет с Бёрнли. Кстати, есть шанс выиграть. Они, в принципе, не очень сильные. Судя по тому, как они идут. Пес, по-моему, уже скатился. Ну, они, знаешь, там... У них мало лиг. У них всегда вот это была проблема. Они лицензируют какие-то китайские чемпионаты. Там чемпионат Южной Америки. Но это же не топ-чемпионат. То ли один клуб там из Италии какой-нибудь. Я, ну, видел, там вот подписаны какие-то группы, типа... Обзоры вот этих всех футбольных симуляторов. Периодически что-то выскакивает. Бывает, посмотрю. Если уж какой-то там прям даже ажиотаж там начинается. Все. Готовность к матчу. Так, Дзюбу на замене будешь, начнешь матч. Так, по составу. Давай сразу посмотрим, что мне предложат. Да, ты выйдешь на замену. А, вместо тебя выйдет. Вот этот чувак, он два матча уже даже играл. Поиграй в менеджер 21, она в стиме вроде бесплатная, типа... А, CM. Carabao такой у них весомый, да? Понял. Нормально, типа, кубок, да? Так, по-моему, посоветовать... Ты, по-моему, мне предлагал в свое время, да. Так, давай-ка еще по заменам посмотрим, кого можно. Давай-ка вот еще у тебя поменяем. Base Ultimate там easy прокачаться. А Ultimate... Ну, который на телефоне ты имеешь в виду. Не хватает остроты. Нормально все будет. Главное не слиться. Вот, смотри-ка. У них чуваки с фотками. У меня какие-то миноры. Это почему-то в чемпионшипе они реально с фотками. Ну, ладно. Может быть, тоже какой-нибудь мод установлю. Да что-нибудь другое. Только не бутырку, нет. Через 2 часа будет стрим, да.
Даже, может, пораньше набить. Я начну собирать бой где-то ближе к 8. И на ПК, неважно. Ага, понял тебя. Так, ну что вам сказать? Спокойно, давайте-ка оправдаем наши ожидания наших болельщиков. Чтобы потом сказали, там, это ваши ожидания, все дела. Погнали. Так, я в какой форме? Короче, опять цветной, я понял. Так, и они уже... А, мы первый поворотом бьем. Ну, нормально. Мы играем в атакующий. Пока ничего менять не буду. У меня друг собрал топ-команду. Угу. Ну, должны обыграть, наверное. Если что, у меня есть два нормальных игрока, которые сидят на замене. А что на ходике будет? Мультиплеер? Ну, если соберемся, мультиплеер, конечно. Как бы план был на него, а там как пойдет. Все будет зависеть от того, как у нас народ вообще будет готов, сколько людей. Вот от этого все зависит. Может, новую катку начнем, не знаю, посмотрим. Защита. О, как это желтый, конечно. А, red card, пошел вон. Это кто у вас удалился-то? Помнишь, как я играл за Спартак? Да, да, я помню, ты мне скидывал скрины. Ну, прям в руки. Ну, слушай, они в десятером, тут и давить его надо. О, у тебя тут вечно Владимир Владимирович? Да, да, да. Он тут все контролирует. Блин, я чего, волк от травмы после этого подката. Ты гляди, что. Ну, ладно. У меня есть чувак, который должен будет выйти. Он как раз вот в примерке играет. Блин, травмировали чувака. Ну, что это такое? 0-0. Так, давайте-ка додавим их немножко, нет? Давайте-ка... Нет, идите вперед и забейте гол. Нападению прям обязательно. Я жду от тебя, что ты переломишь ход игры. Так, по тактике сейчас посмотрим, что у меня стоит. Давай-ка бить при любой возможности попробуем. И через вот так вот. Надо понять, чтобы они на него вешали. Вот типа так, вот как он сейчас сделал. За год игроки стали стоить больше 30 лямов. В сумме, ты имеешь в виду? Подожди-ка, а здесь сколько матчей? Один идет? Или а ты, типа, ответный тоже? Я что-то не знаю. А вы заново, что ли? Или просто, возможно, бы дал мод? Ты про что? А что за мод ты хочешь предложить? Я не знаю, как мы соберемся. Давай, давай. Блин, ну прям в руки, да ё-моё. Вот сейчас будет обидно проиграть. Я просто не знаю, когда буду посмотреть, как этот турнир вообще работает. Сколько здесь матчей? Один сейчас до серии пенальти мы дойдем или как? Или здесь будет ничья, надо будет играть переигровка. Корейский движок, наверное. А, в смысле? Ты про что? Опасно было вот сейчас. Очень опасно. А если они... А, с первого раза? А если нет, то еще второй будет. Замечательно. Самое время выпускать короля. Одну замену я придержу. Мод? Ага. Понял, понял. Понял, понял. Ну что, 82 минута. По ударам мы их как бы запинали, но... Подожди-ка, давай-ка что-нибудь попробуем, может быть, додавить немножко. Так, прессинга добавить. И контрпресс, и контратаки немножко. Прям додавить в конце. Так, надо удалить эти треки. Я, кстати, в основе, в смысле? Как ты в основе? Ты не в каком-то неизвестном клубе там играешь, ты о чем? Будешь играть, может быть... Я же говорил, что он забьет. Он тащит команду, ты прикинь. Вот мы угорали над ним, а он ведь тащит. Он уже сколько забил? Много. Артем Тюба. Прикол. Ну, мне кажется, в какой-то момент звездится и сломается. Ну, вот и все. Контрпрессинг, и все, и все, и все заработал. Ты прикинь? Е, 19 ударов. Ну, он, конечно, божит, слушай. Сколько у него голов? У него, короче, получается, всего забито 4 гола. Это с учетом кубка всего. В чемпионате 3. Ну, хорошо. Удачно вышел на замену. Не буду ничего разговаривать. Тут, в принципе, комментарии излишни, я думаю. Так, выиграли во втором раунде.
забивать в дебютном матче. И куда мы вышли теперь? А, пока еще нет жеребьевки, да? Жеребьевка будет назначена на 29 августа, ну то есть завтра. Ладно, узнаем. Челоть уверен в успехе. Команду Игл тянут ситуацию с упорным удалением. Ничего не знаю, это я тут ни при чем. Вчера была жесть на сервере Искла, в смысле? А что там было? А там когда-то было нормально? Если уж быть откровенным. Если я имею в виду про сервер. Так, рекомендация по контрактам. Нет, никого не отпущу. Хотя ладно, одного тут. Жеребьевка, давай посмотрим. Так, здесь, короче, типа, кто как попадет, да? Давай всех посмотрим. Ковентри. Эх, как мне повезло. Мне повезло с жеребьевкой, Сашу, заметить. Мне повезло. Подожди, когда еще надо посмотреть? А, по этому кубку какие вообще итоги-то будут? Не история, а... Что ты с него получишь? Где-то есть же информация? Игры, обзор турнира, вот. Это не то. Это не то. Где-то информация, что я вообще получу с него. Вот правила, вот. Общие правила, так. 12 матчей ударил судью. Чего? Ударил судью? Кто? А, это если типа дисквалификация, если ты ударил судью 12 матчей, дисквалификация. Ударил другого игрока, максимально 5 матчей, 2 матча, это все понятно. Просто я не могу понять. А, вот, квалифицир. Да блин, это третий раунд, понятно, а в финале-то что будет? Что? Лерис пришел к ним актив поднять, они его в мут отправили, чел ВС пояснял, что... Что? Я заглянул, как называется мод, Fallen Eagle, это мод, когда там не то, что Вторая мировая, а Первая мировая не было. Я, кстати, слышал такой мод, слышал. Актив поднять, они его в мут отправили, и чел... ВЛС пояснял, что это не смешно. О, бесполезно. Там бесполезно. Там есть адекватные люди, а есть неадекватные. Ну, ты сам все прекрасно знаешь. Поэтому я оттуда ушел. Так, международные инструкции. Насчет Зюбы. С кем матч, кстати, у России? А с кем? Сейчас посмотрим. А, с Сан-Марино. Да вообще не надо с ним играть, господи. Все, не будешь играть. А, нельзя дать инструкцию? Ясно. Ну, а другие мне не интересны. Вот сборная Нигерии есть, чувак. Ну, на один тайм. Ну, они могут, не послушаться моих требований. Да не обязательно, зачем? Я думаю, смысла нет. Я не буду говорить, что там, все такие, но... Ладно, братья, ладно. Спасибо, что в любом случае заглянул. К тебе тоже постараюсь заглянуть. Спасибо, что был на трансляции. Был очень рад видеть. Я не буду говорить, что все конкретно, но сам знаешь. Можешь позже. Да, хорошо. Но ты сам все прекрасно знаешь, кто есть кто. Так, мы фавориты. Хорошо. Так, Челоти уходящий ответ. Предматчный турнир по тактике. Проведет ассистент. Я не буду это париться. И погнали. Так, что у нас? Мы идем на 7-м месте. Плюс 2 мяча. Покажи меня, я же посмотрю. Да все, вот ты. Играешь в молодежке. Могу отправить скаута, но мне кажется, скаут скажет, кто? Ни одного матча. Топ-игрок, согласен. Посмотрим, как у тебя сложится карьера. Может, ты ее закончишь, скажешь, ну нафиг, я пойду в универ лучше учиться. Дай мне весь этот футбол. Я в универе поиграю. Да, матч Бёрнли. Должны выиграть. Что? Очень много токсичности у нас. Хотя бы это рофало. Мы отставим от чела, они нет. Я бы сказал, у нас ее очень мало стало. Очень мало. У нас все стало намного меньше. Вот. Ее практически... Ну нет, она есть процентов 30, может быть. Но что было раньше, да. Допустим, это частота того же самого банана, мне уже все. И он, я от него отставлю. Так. По...
что выйдет в основе, правильно. Все правильно. Опа, у меня начинается проблема с составом, что ли? Тест физической подготовки, все нормально, все нормально. То есть будешь играть в этом моде? Нет, я ничего не гарантирую, я просто слышал про этот мод. Надо будет посмотреть. Посмотрим, посмотрим. Как решить? Мы все делаем в нашем голосовании. Проводим опрос, во что играем, в какой мод. И смотрим, сколько народу соберется. Я там где-то, наверное, еще постримлю, ну, наверное, минут 30-40 с футболом. Потом буду делать перерыв и... Так, общение с командой агрессивно, просто уничтожьте их. Просто. Я сейчас поставлю супер атакующий, нам надо больше голов. Так, сверхатакующий, инструкции команде. Вот, кстати, контратаки побольше. Все. Этого будет достаточно, я думаю. Надо посмотреть, я этот мод слышал. Она есть, что? Из-за силы возраста, минус 20, так что это нормально. Ну да, да, понимаю, понимаю. Ну давай, тащи, ё-моё. А, мы в синем, блин, я все время путаю. Слушай, я по форме думал, что это Астон Вилла вообще. Похожая форма. Так, так, по ударам 4, ну... Не, должны победить все-таки по сути, я думаю. Должны, должны. Главное просто где-то что-то там подыграть с тактикой немножко и все. Короче, не делать так, как мы делали, когда играли за Нижний Новгород. Так, водить мяч. Нет, это не то. Без мяча. Давай побольше прессинга. Агрессивно, я не знаю, наверное, не стоит. А вот попробовать бить при любой возможности и через фланги вот так вот поставлю. Темп игры высокий, да. Это все так и оставляю. Кто забил? Короче, не тот, про кого мы думаем. Забил, забил, забил. А кто забил? А кто его знает, кто забил, я не понимаю. Ой, подожди-ка. Анализ, анализ. Господи, где посмотреть? Я что, ретакт или что? А, вот он, вот этот чувак забил. Кстати, ты знал, что Максименко раньше болел за ЦСКА? Нет, не знал. Откуда ты что? Я про Максименко, в принципе, ну, может быть, года два назад узнал. Примерно. Так, счет 1-0. Ну, опасно, опасно какой-то такой неприятный момент у наших ворот. Поворот тут вроде бьем, но... Через фланги тоже не залетает ничего. Давай немножко снизим. Попробуем, попробуем что-то другое. Играть через правый фланг и левый фланг. Давай. Да, вот меньше дриблинг как-нибудь так. Короче, буду пытаться искать. Филипп, тебе тоже привет. Добрый вечер. Сейчас ты лучший вратарь в России. Ну, но он в сборную при этом не звать. Сейчас у нас с вратарями вообще на самом деле плохо. Я считаю. У нас нету стабильного. У нас вот как, я не знаю, конец 90-х, начало 2000-х. Вот такая была проблема-то. Но это мое мнение, конечно. 1-0, 1-0. Ну, сойдет. Ладно, пускай говорит ассистент, мы разберемся. Так, давайте... Немножко, немножко другую... Если его Акинфеев признает лучшим, да ладно. Я вот этого не знал. Пока не знал. Что-то Дзюба не очень, кстати. Мне очень не нравится такой подход. У них, кстати, защитник расстроен. Он с травмами играет. Стоп. Если мы играем с травмами, я предлагаю немножко... Немножко поиграть пожестче. Они немножко напугались. Я бы так сделал. Ну, блин, все время около наших ворот трутся. Меня вот это смущает. Мне бы замену тоже надо делать, судя по всему. Потому что что-то они меня проваливаются. Вот этот чувак, который гол забил, все нормально. Так, давай-ка выйдешь ты. Сигурдсен. А тебя максимум только местами поменять. Андре Гомес. Играй, пока стой. Защитников менять не буду, оставлю все как есть.
Главный тренер сборной не упускает, а жалко. Ну, это да, все вопрос к Стасу. Стас такой, Стас, согласен. 1-0, ну такой скользкий счет. Вот меня вот это и смущает. Он лучше Гилерми. Гилерми, да. Но они, как все бразильские вратари, они все нестабильные. Мне кажется, у них у всех такое. Он может нормально играть, а может прям заретардить. Это вот, по-моему, у всех бразильцев такая проблема. Все, Дзю, пошел вон. Ты не оправдал наши ожидания. Ты мог забить, но нет. Опытный нападающий. Ну вот, опытный. А опыта тут не хватило, скажем так. Подожди-ка. А, он с травмой играет, все правильно. Вот защитники у нас проблем. Да, с защитниками, да. Да мне кажется, сейчас много где у нас проблем. В общем, со сборной, в общем, проблема. Она тоже нестабильная. Я так скажу. Всегда сборная, подающая надежды, там еще чего-то. Опасно, опасно. Ну что, давай тянуть время, что ли, походу уже? Марио Старо, надеяться на него нельзя. Но тоже, ну, я над ним еще удивляюсь, что он до сих пор, типа, вот... Так, давай-ка время затянем. Что он, типа, до сих пор... Ну, он не уехал в Европу, он, по сути, мог уехать. Я больше скажу... Нет! Такой матч, ну... Блин, вратарь просто вытащил. Ну, нападай... Вот, вот, вот. Вышел чувак, забил. Блин, мне повезло. Мне повезло просто. Второе место. Ну ладно, один гол, ладно. Ладно, можем разрешить забить. Ну слушай, ну еле-еле. Еле-еле. Сейчас Соболев Чалов заиграет. Ну Чалов, к Чалову у меня как бы есть такие небольшие вопросы, скажем так. Он вроде как бы тоже молодой. Он, знаешь как, у нас тоже был... Загоев, который там первые 2-3 года тащил, а потом все, какой-то такой вечно подающий стал, как обычно. Он уже что-то первый сезон хорошо отыграл, а вот сейчас что-то я не скажу, что он прям топ. Ну, такой обычный, такой средний нападающий, скажем так. Если сейчас он дальше... Надо было уезжать в свое время. Когда ему там звали, но он мог вот на кураже, на хайпе уехать, но не уехал. Да, хорошо. Следующий матч с ком у нас Вест Хэм. Ох, да я хотел, кстати, за него играть. Либо за него, либо за Эвертон. Я думаю, по времени мы сейчас сыграем еще один матч. И, наверное, сегодня по FM мы закончим стрим. Дальше будет у нас уже кофе, судя по всему. Ну, давайте. Давайте, посмотрим. Так, послематчевый анализ. Так, рекомендует Зарач. Это кто? Racing Club. Сколько у него цена? 9 миллионов. У меня нет денег. У меня с деньгами? Подожди, где можешь посмотреть? Ну, такое. Так, запрос руководству. Что может просить с финансами? Так, система поиска, клуб, партнер. Повысить зарплату на поиск молодых игроков? Нет. А вот количество тренеров я бы увеличил. А еще лучше врачей, потому что у меня очень много. Буду ждать следующего стрима. Он молодой, психологии много плохо, но это нормально. Ну... Может сломаться, вот в чем прикол. Ну, пожалуйста. Ладно, я хотел просто, чтобы они врачей побольше дали, а то у нас что-то с травмами очень много народу слегло. Это пока, это сейчас, за неделю, а что будет дальше? Так, кто больше потратил денег на трансферы? Премьер-лига 151 миллион, Испанская лига 45, Украинская лига 10 миллионов, Ливерпуль, короче, 44 лям потратил. Эвертон, 19, вы знаете, кого мы купили. Он бы не уехал, потому что слишком большой риск для самого начала был. Ну, блин, фиг знает. Ну, все равно надо пробовать. Вспомнить, сколько валил в Европу, сколько потом играл в чемпионат Чехии и Венгрии. Ну, фиг знает. Мое мнение, лучше играть в чемпионате Чехии. И, но... Ну, знаешь, не знаю, не знаю. Просто многие же из-за лимита у нас в России играют, из-за этого деградируют. Потому что если не было лимита... Приходилось бы уезжать куда-то в другое место. А все из-за этого, то, что знают, что человек нужен с паспортом, они все, понятно, место пригретое, ничего достигать, ничего не надо. Просто рубит бабки и все. Примерно так. Да это не только с футболом, это, мне кажется, во многих, даже в реальной жизни такое есть. Человек находит работу, хорошо там обустраивается, ничего не делает, получает зарплату. Все.
И никакой мотивации развития нет. Так, доступны игроки за молодежь. Молодежь меня не интересует вообще. Вообще никаким образом. Так, когда у нас матч? Через 12 дней. Ну, вот как раз сыграем с Вест Хэмом. На сегодня, думаю, все будет с Вест Хэмом. Почему же в 90-е же все свалили у нас? Потому что... Ну, тогда и денег не было. Тогда ехали просто еще и деньги зарабатывать. Да, это не тот случай, да, согласен. Неподходящий, да. Если только в Чертаново реально попасть в Спартак, Лока, Динамо только с азиаткой, жалею не дадут. Ну, то, что коррупция, допустим, попасть там в Зенит, даже в молодежку, там занести надо, это я слышал. Я слышал, у меня есть родственники из Петербурга, и шел разговор, что они там, да, заносить надо, чтобы их там сын начал, попал вообще в команду. А типа, если у тебя, допустим, было, что ты обучался в школе, там, молодежки Зенита, у тебя уже, типа, как этот, портфолио хорошее. Это сейчас вот это все, конечно, плохо, на самом деле. То, что все вот таким образом решается. Все прекрасно понимают, как работает, чего. А потом вот такие заходят, попадают в основу, а играть не могут. Вспомни вообще про Ротенберга, который в Локомотиве. Сын. Играет он там, не играет. Он просто тренируется. Не, он, по-моему, даже выходил. Мы получим 1,5 миллиона за телевизионную трансляцию матча с Манчестером. Ну фиг знает. Шатов и Дортмунд мог валить. Ему завалили деньги. Зенит, да, Зенит есть такой прикол. Они тоже, типа, завышают цену. Это вот Уфа какая-нибудь, они сразу... Опа! Просмотр Сани Мазута. Вызывает сомнения, действительно. У меня просто вызывает сомнения. Отчет скаута, давай посмотрим. Спокойный, уравновешенный человек. Обладает неплохой скоростью. Умеет играть по верхнему касанию, делать техническим игроком. Игроки 20 года автоматически получают право играть во всех матчах. А здесь нужно еще было написать... А, это не плюсы, а в минусы. Коммунист! Так, вероятно, не сможет получить разрешение на работу. Необходим несколько проводных физической силой. Не знает язык. Хорошо играет только одной ногой. Но главное, не рукой. Как наш великий форвард. Отсутствие сил физической подготовки означает, что должен постоянно находиться под спортзале. Работать своим атлетизмом. Он произвел впечатление уверенной дыры в подкатах. Сань, скорее всего, будет с трудом вписываться в наш коллектив. К сожалению. Могу предложить только... В молодежку 9000. 97, да, конечно. 80. Хорошо. Это я ему даю шанс. Вот даю шанс. Он будет играть в молодежке. Если он вырастет. А его вот еще сейчас, кстати, возьмут. Крайне заинтересован, понимаю. Да, ты будешь молодой игрок. Подписан будешь в январе. По зарплате. Нет, ты будешь подписан на 2 года. Мне говорили, что Романцев ходил по дворам, искал... Да, это, кстати, тоже слышал. Бонус за подписание? Ты чё, охренел? Вот, за сыгранный матч будешь больше. Вот, все, вот так вот. Я еще зарплату понизку. Нет, давай по-хорошему. 450? Ну, извините, не получилось. Саня не пошел в Эвертон. А такая карьера могла быть. Саня, что ты наделал? Что-нибудь другое. Вот. Про Романцева, да, я слышал, что он ходил по дворам. Ну, это правильно. Это прям вообще как-то прям интересно даже. Видимо, человек был одержим идеей найти там футболиста, чтобы воспитать его и так далее. Я пока не писал, так сходи пописай. Микола, сходи, не держи. Не держи в себе. Сейчас доиграем. Вест Хэм обыграем? Нет, не знаю. Посмотрим. Какой он, когда контракт Динамо заканчивается, он мог перейти в Арсенал Лондон, но ушел с... Ну вот именно, да. Он выбрал деньги. И стул покрепче. Кто-то выбирает, чтобы держать. Кто-то держит в руке правый стул, а кто-то... Как Дзюба. Так. Ну, давай посмотрим. 5 дней. Не, я не писал. А еще бы ты в чат написал, Микола. Еще бы ты в чат написал. Тут знаешь, что такими делают? Ух. Нельзя так делать, нельзя. Фу, Микола, нельзя. Так, 19 место, Вест Хэм. Мы на втором. Ну,
Я не знаю, но мы еще, в принципе, с топами не играли, по сути. Ну вот одного обыграли. Но что будет дальше, я не знаю. Так, жеребьев группового этапа премьер... Ой, нет, 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 это все нет. Так, отсутствует технический директор. Я бы... А, надо подписать? Ну, я знаю, что за Бакаем следил Милан. Вот этого я не слышал. Вот этого я не знаю. Ну, ты сам следишь за Спартаком, ты лучше знаешь. Я нет. Коцва сыграл ничью с Англией. Мощно. Мощно. Ух ты, а у нас следующий матч с Ливерпулем будет. Ну, написать в чате. Ненавижу, когда я плутаю слова. Понимаю, понимаю. Как ты говоришь, что кто-то там говорил? Никита говорил. Это просто отойдите. Да, да. Так, предматч по элементации по тактике. Не нужно все. Так, ассистент менеджера пускай разберется. Так, выйдем, короче, топовым составом, чтобы прям наверняка пытаться обыграть. А дальше уже по ходу будем разбираться. Так, Мура готов подсказать Катран. А кто это? А, технический директор? Ну, пускай будет, пускай будет. Я что, против, что ли? Нет, все нормально. Все нормально. Да, мы играем дома. Мы на шестой откатились, а что как? А, просто... А, нет, мы реально на шестом месте. Ну, из четырех игр три победы, одно поражение. Поражение, причем, кстати, обидное. Да, спасибо большое за подписку. Я просто сейчас, наверное, только на экране увижу. Мне уведомление только сейчас пришло. А, Мгер, да, спасибо тебе большое. Вот, кстати, от кого-то приходит, от кого-то нет. Я не знаю, как это работает. Сейчас в свое время был топом. Да, был. Но был прикол, когда они играли вместе в Марселе с Драгба. Драгба где-то сказал, пока в команде будет играть этот русский, мы ничего не сможем выиграть. Вот. Так, ну все, в принципе, по составу все меня устраивает. Да, атакующий, утвердить, погнали. Все нормально. Короче, буду думать, как играть в той мод. Ну, ок. Так, с командой я им скажу, что давайте-ка... Хочу, чтобы мы продолжили наш подъем. Особенно Дзюбе скажу, что... Да, давай. Обязательно. Давай. Атакующий, так, по сопернику ничего. Тут, в принципе, все уже дали инструкции. Погнали. Будем смотреть. Потому что у нас... Главное не пропустить первому. Это всегда прям печально. Верю в команду. Ну, вообще, я даже не посмотрел состав Вест Хэма. Может, кого-то я знаю там. Так, смотри, через центр вы не проходите. Краснодар, Ростов, клуб топ и без больших вложений. Ну, Краснодар, да, согласен. Ростов. Ну, Ростов, он тоже его лихорадит время от времени. Пенка. Давай. А почему не Дзюба бьет? Ну, вот. Надо, короче, знаешь, надо было... Надо... А, короче, я только на матч поставил в прошлый раз. А он вообще играет? Я... А, вот он. Короче, надо было там его настроить. Надо было настроить там. Ну ладно, может еще один пенальти будет, что маловероятно, это редко. Так, эта победа нас поднимает на четвертое место. В случае больше забитых голов, он у Ливерпуля, плюс 8. Так-то мы, видишь, все по 12 очков идем. Так что нормально все. А, там надо трек поменять, походу. Ну все, а, Гуцульский маппер, привет, я тут первый раз, надеюсь, будет тут четко, да, тебе тоже привет. Спасибо, что заглянул. Пока играем в ФМ, потом будем играть в нашу самую любимую хоечку. Ну что ж, купить игрока за 25 кэш, ему стоило лям с лишним, ну это да, это... о, 2-0. Дзюба забил. Класс. Тот же Норман тоже взят за копейки, ну да, да. Ну вот у них селекционная служба, видимо, хорошо работает. У Рубина в свое время тоже нормально было. Когда Бердыев тренировал. Сейчас не знаю, кто там Леонид Слуцкий. Раскачивает кресло. Так, общение с командой страстно. Я доволен вашей игрой. Давайте дальше. 2-0, нормально. С таким мы на третье место подываемся. Но тут есть команды, у которых и игры в запасе. Нормально. Даже Ливерпуль кому-то проиграл. Подожди, он вас через фланги дает пройти прям. Давай-ка немножко прессинга нарастим, как мы всегда делали. Вот и все.
Да, тебе тоже привет. Вот, еще третий пошел. Отлично, отлично. Так, надо, походу, замен делать. Стоп, стоп, стоп. Тихо, тихо, тихо. Да, надо делать замену. Давай посмотрим. Да, вот кто-то пренебрежителен. Зачем? Вот защитники мне не нужны пренебрежителен. Мне нужны, чтобы нормально себя чувствовали. Привет, я не ждал, что я удивлюсь в твои видосики, да? А, у тебя канал есть. Я просто, честно, я тебя ни разу не слышал. Блин. Вот они один отыграли. Ну, рад тебя видеть. Мне кажется, сквитчи новый Азму. Ну, посмотрим. Давай, 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 давай. 3-1. Ну, все равно проблема в том, что каждый матч мы все равно пропускаем. Мы пропустили 5 мячей. В каждой игре по голу стабильно. Ну, не очень. А кого у меня нет, в смысле? Не знаю, ты про что? Так, по заменам. Давай посмотрим. Вот эту надо заменить. Так, Тео Уолкот. Блин. Давай-ка я вот эту выпущу. Кальвит Левин. Я не знаю, как правильно по-английски имена произносить. Его купит Зенит в итоге? Да, скорее всего. Зенит такой, да, он скупает. Чуть что. Сигурдсен у вас измотанный? У меня осталась замена вообще? Да, осталось. Вот и все, я все замены как бы израсходовал. Есть ли смысл бежать чего? Так, у меня нет видео про... А, у меня нет видео для просмотра. Так ты сделай какое-нибудь видео, чтобы у тебя было на канале. Как, что, как бы нет. Все равно, если ты хочешь этим заниматься, я, конечно, не настаиваю, что ты, все, ты должен снимать ролик. Но все равно надо с чего-то начинать. Давай, 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 да. Ух ты, отбил просто вратарь. Но по ударам мы их перепинали. Это меня радует. Ну, так, средненько. Я думаю, что для Эвертона нормально пока идем. У меня есть видео-то, да, это да, я знаю. Что... Хорошо. Ну что, с победой, с победой. А вот следующий матч будет с Ливерпулем. Я, наверное, там буду автобус парковать. У меня почему-то такое ощущение. Так, разочарован унизительным поражением. Ну что, получается, после 5 туров мы примерно идем, зафиксируемся на 4-м месте. В принципе, неплохо. Я ожидал худшего. Ты мне хотел написать в Дискорд, если что. Ой, я уже забыл про что. Это у меня вечная проблема. Я просто создал канал для написания в чате. Да я тебя понял, я тебя понял. Я... Это уже, в принципе, делаю выбор каждого. Так, так, мне надо сохраниться. Продолжим. Я думаю, посмотрим. Все равно вот эту карьеру будем продолжать. Будет больше свободного времени, будем продолжать. Но у меня еще, конечно, нужно просмотр фильма обещанный на Твиче. Хоть он сегодня и проиграл, мы все равно его проведем. Стрим по Симсу и еще по какой-то игре мы хотели. Я уж не помню. Уже не помню, если честно. Вот. Давайте на этом трансляцию закончим. Всем хочу сказать большое спасибо всем, кто был на трансляции. Всем шести зрителям, кто сейчас досмотрел до самого конца. Всем, кто комментировал, кто ставил лайки. Всем, кто подписался. В общем, да, проявлял какую-либо активность. Всех был очень рад видеть. Будем, да, надеяться, что у нас все будет хорошо. Будем болеть за Эвертон. Следующий стрим где-то буквально, ну, сейчас буду собирать народ, анонс, соответственно, да, если что, кто подписан на канале, можете поставить колокольчик, кто хочет не пропускать трансляции похойки, можете его поставить, вот. Придет уведомление, и будем, да, стримить уже мультиплеерную партию. Ну что, давайте, да, я с вами прощаюсь, всем спасибо, всем пока, увидимся совсем уже скоро.